Итак, игрушка из серии Life is Strange. Life is Strange True Colors. Настоящие истинные цвета. Давайте узнаем, о чем она. Ой, знаете что, мне почему-то чуть-чуть полоска видна. Вот так вот. Ой, полоски. Ку-ку. Это главная героиня. Алекс. Так, Алекс, день настал. Я психолог. Провела в интернате 8 лет, много пережил за эти годы. We have. Это верно. And now you're finally leaving to live уже жить with своему брату? My brother Gabe. Да, Гейбу. It says here he lives in Haven Springs, Colorado. Is that correct? That's a big move. Серьезный шаг. Чем собираешься заниматься? Do you have any plans as far as school or a job? Учиться или работать? My brother said I might сказала, смогу он подметил в баре. So you'd be dealing будешь работать people. С людьми? Maybe. Скорее всего. Does your brother know твой брат знает о твоих issues? Проблемах, блин. Is that an official... Официальный вопрос заключительной беседы? Alex, я переживаю за тебя. You know that I care about после всего, что произошло. With everything that has happened, I just want what's best for you. He doesn't know. Он не знает, когда я еду отсюда, об этом никто не знает. Я буду обычной девушкой. Once I leave this place, в обычном городе. I'll just be a normal girl in a normal town. Кажется, нормал не получится. Сторона А, глава 1. Привет на всем просмотре, ребята. Намечается что-то интересненькое. Я планирую, в общем, по эпизоду за стрим проходить. Может, ну не прям каждый стрим. Но завтра, если получится, попробую продолжить. Сегодня первую главу бы завершить нам. Несколько глав. Так, чуть ПС, по-моему, просаживается. Я сказал, что будешь ждать у моста. Скорее бы увидеть. Так, давайте мы изображение запредельного кого-нибудь очень высокого поставим на просто высокое применить. Окей.
в играх. Так что. This reunion's being filmed. Меня же снимают. Чё? Он пошутил так? Okay, the Black Lantern is just up the street. Чёрный фонарь недалеко отсюда, я же говорю, что же прямо над баром. How was the trip? Как доехал? Устал, наверное. I'm good. The drive through the mountains was. Поездка через горы была потрясающей. Eleanor, hey, Alex just got here. Alex приехала. Alex, meet Eleanor Leif, owner of the flower shop, and honest to God. Eleanor Leif, хозяйка цветочного магазина, настоящая королева. It is so nice. Рад наконец познакомиться с тобой. Добро пожаловать. Welcome. Поздравляю тех, кто выиграл там Элик, Линкондор, Хортнар. Выиграли по 50 Эликов. Гейп очень много тебе рассказывал. I'm glad to be here. Тоже очень рада. She seems nice. Похоже на милая. She's great. Она классная, правда, ужасно любит всех обнимать. Yeah, no shit. Да уж, я заметила. Welcome to Haven. Добро пожаловать в Haven Springs. Чуть прорисовывается долговато, наверное, понизить уже что-то. Но выглядит очень красиво. Мне вот еще из первой части, еще когда только выходила, очень понравилось в этом плане цвета, знаете, как реализованы. Очень все цветасто так, и графика такая приятная, необычно она как бы рисованная, но... It's nice. Ну, не прям мультяшная, типа, знаете. Is this the first official stop on the tour? Absolutely. If you follow me inside, you'll find our prize. Может, посмотреть это капитане Гейб? Чень покупает цветы своей обидевшейся девушке. For angry girlfriend. Oh, I can't wait. It's gotten so so reviews. Hey, Gabe. Riley. Riley, познакомься, это Алекс, моя сестра. О, музычка какая-то пошла. What's your greatest weakness? В чем твоя большая слабость? What? It's for a college interview. Это собеседование в колледже. This one for days. Мы тоже даем вопрос несколько дней. Гейб настаивает, чтобы я ответила честно. Лучше всегда давать отвечать честно. Какие варианты соврать? Не соврать, придумать что-нибудь правдоподобное. Слишком много работы, слишком часто спасаю бездомных щенков. Мама, не папись. Они поймут, что это бред. Ой, блин. Началось. Но то, что она сказала, вот эта ложь, это такой бред. Это нереалистично. Что-то как-то... Вот так крутки большеваты. Закрывают много от экрана. Я видел, что его зовут Гейб, сразу захотел спросить. Да, Half-Life 3. Блин, ну давайте будем честны, типа. I would be honest. Обычно труднее, да потом к тебе будут носиться большим доверием. Called it. Wow. А вы you прям как чудо-близнецы уже готовы покорять горы. Seems that way. Ой, смешно, если у нас потом будет выбор, сказать правду или соврать, и мы сделаем по-другому, типа, сами посоветовали правду. Сколько Шарлотте, она обожает подсолнухи. Но читал в интернете, что для извинений лучше ландыши. Какие ландыши красивые! Кто-то натворил подсолнухи ландыши. Ну, если ей нравится, наверное, любимые цветы подарить. Но мне лично ландыши вот очень нравятся. Смотрите, какие красивые. If Charlotte loves sunflowers, go with the sunflowers. That's what I was thinking. You know, if Mac brought me flowers, если Мак дарил бы мне цветы хоть половину так часто, он не был бы Мак. Is it still on or not? Если порты сходитесь, то расходитесь. Sort of. Ради того, сейчас мы вместе, кто знает, что будет завтра. То есть это отношение, не знает, что будет завтра. Are you sure you don't want to just tell me? Я не хочу сказать Маку про собеседование. Нет, пока нет, я сама справлюсь. Okay, your call. Мне дело твое. We can leave when you're ready. Ты готова? Можем идти. Да, пойдем. Might as well have a look around before we leave. Можно осмотреть статуэтку.
Так, окей, момент. Mandatory for any enchanted garden. Атрибут любого заколдованного сада. I hope Charlotte likes the sunflowers. The tiny house movement is really taking off. Популярность микродомов гном. This gnome has been places. Такой, да, да, видела, я видела, гном бывал в местах. Так. Расширенные настройки покажи, пожалуйста. Сглаживание изображения. Боже, я не знаю еще. Выкачать это нельзя. Так, окей. А, да, сохранить, я же нажала сохранить. Лейка. You can make anything pretty. Выкидывай то, что угодно. Делает симпатичней. Такие края странные, но это потому, что мы типа взаимодействовать можем. Oh, no category for estranged brother. Нет, к другому брату, который не делал 8 лет. Случилась тема опеки. Что же случилось? Она вот может читать типа мысли. Вот, к примеру, у них умерли родители, но их разучилась тема опеки, потому что типа он не мог не сидеть. И с ней явно что-то случилось, потому что она была вот там... Знаете, что там произошло? Какой-то инцидент с ее суперсилой. Типа... How long have you and Charlotte been dating? Давно с Шарлоттой? About 3 years now. Года три. You must spend a lot of money on her. Дайте шу ему денег на цветы. She's worth it. Этого стоит. Watch your feet now. It's getting windy. Там я по номеру сказать, вроде не нашел лучшее название. Well, here we are. Ссылку в ЛС можешь кинуть. Там просто ботик мутит за ссылочки. Local beekeeper breaks state record for total number of bees. Вот, побил рекорд штата по общему количеству пчел. Hey, don't hate. Где вот сколько пчел? Хорошие. I checked, like zero bees. Хорошие. Как бы аргумент. Цветочный венок, это что, похоронное что ли? Alex, wait up. Чего, куда? С тобой поговорить надо? Блин, мы так медленно идем, и я прям побежать хочу. А. I bet Gabe keeps the flower shop in business all by himself. Gabe Chen, flower delivery man. I know, right? Let me dump. На минутку, все, лажи, вернусь, познакомлю нас попозже, когда. Да, не злится. Once, you know. It's no problem, really. В порядке. It's gonna be longer than. А там, он там не на минутку, поверь мне. Oh. Привет. Ты кто? Gabe's your brother, right? И твой брат? Я Итан. Шарлотта моя мама. Charlotte's my mom. Hi, Ethan. О, у нее уже пацан есть. А я Алекс. What you reading? Что читаешь? Девятого стража. Oh, нашла? Кипетр. Кипетр. Но я вечно, по-моему, без браслета исчезновения до него не добраться. Исчезновение моя тема. Ужасно хотел стать невидимкой. До сих пор хочется, если честно. Нигде как все сходит с рук, никто не может остановить. Нравится комикс, могу показать свой. Кстати, минус игры — это ходьба. Так, здорово, покажи. Я, наверное, потом дадут же бегать, нет? Потому что я видел в настройках бег. Можешь оставить? У меня их много. Хочу продать в музыкальном магазине. Это потрясающе, хочу его прочитать. Он сам пишет комиксы. Ничего себе, пацан. Успешный. Собираешься в поход? You know the mines? Знаешь шахты? I know they. Я знаю, что в шахтах опасно. Пал на старт туннеля, по-моему, еще нашел вход в один из них. Ага. I mean, очень опасный туннель. Я мало что знаю старт шахт, но думаю, я бы напугалась до смерти. That would scare the crap out of me. I just like to explore some. Полазать. No big deal. Немножко.
Oh man. Зря сказал. I shouldn't have told you that. I know we just met, but be careful out there, okay? You don't need to worry. Ну, не переживай. I think I'll check out. Заглянул в тот музыкальный магазин, рада была познакомиться, Итан. Nice to meet you, Ethan. Так. А у нас. О, вау. Ничего себе. Что тут, что тут? This place reminds me of the shop, магазин, в который мы с Гейбом ходили. He'd save up for weeks from. Работал на мойке неделями, откладывал деньги с мизерной зарплаты, что-то послушать. It's crazy. Here I am, years later. Так я снова жду старшего брата в музыкальном магазине. Except this time. Раз это я покупаю пластинку. No way. Единорог или поряд зомби? Единорожка. Citizens of Haven Springs, that was the Wednesday with Bomb Squad. Up next, a very special request from... Особая песня от одной девушки. Рок-топ даже такой. Там кот в колпаке кулинарном. Sorry, the store's actually closed right now. Магазин, как ни странно, закрыт, хоть дверь открыта. It's obviously open. Погоди, ты Алекс? Are you Alex? That's me. Да. Gabe's been talking about вот you. Да, Гейб только говорит, что там приезд до сих пор как целую вечность. I'm Ryan. Hi, Ryan. Блин, ты почувствовал, что нужно какой-то крутки перенести, потому что они вечно нас все закрывают. All the way from Portland, huh? К нам из Портленда, как тебе Haven Springs? Давайте в правый нижний угол. Там, надеюсь, не сильно много важного будет. Я, наверное, пойду. Такое было бы интересно самому поиграть. Жесть. Играть-то я наценили. Вот так вот. Не играли и убегают. Не знаю, это ж киношка тут по факту. Посмотрел, уже считай, прошел. Там единственное, некоторые варианты могут на что-то влиять, но там не так много таких. I've seen some cool много things интересного. So far. Магазин like, чудо. This record store is amazing. I didn't expect anything like this here. Yep, it's our cultural landmark for sure. So the store is closed, but they opened it just for you. Вот открыли специально для тебя. You must be picking up. Должно тебе быть что-то очень важное. Yeah, well, you could say that. Да что?
Ночник ходит по голосам распространенных птиц. Вау, that's... По-британски. The nerdiest thing I've ever seen. And I owned 2 Schoolhouse Rock albums. I'd lie and say it was for my work, but... No. No, it's a picture to listen. Only for fun. So, you're a... Colorado State Park, right? State Park, штат Колорадо. It's all coming into focus. Mm-hmm. Well, bummer the store's closed. Я поискать подороге, бо. Thinking of getting a gift for Gabe, but I'll figure something else out. I don't even know if he still listens to records. He does. Charlotte just got him a record player. Вот подарила ему день рождения по рекруте. I'm pretty sure he put something on hold. So you don't work. Это главы первой части назвал Даркар. Это первая Life is Strange. She's ever made. If I could just find the whole list. Просто Life is Strange, потом Life is Strange Before the Storm, потом Life is Strange 2, а это Life is Strange True Colors. I saw it before. Ну, как-то так вроде. Не помню, может, что-то еще есть. Help me look? Oh, yeah. Any ideas on where to start? No idea. Отлично раскидывает вещи по всему магазину. Телефон нам пишут. Самый лучший парень в мире. О, ты бы прав насчет поцелунухов, думаю, еще не раз скажешь, где я. Да, буду рада это слышать. Кстати, я пригласил тебя в нашу группу в мой район. Загляни туда, как сможешь. Круто, спс. Челси. Я надо сказать что-то важное. Я переезжаю в Колорадо к брату. Наше расставание единственное минус того плана. Просто не забывай, что сможешь позвонить или написать. Поздравляю, не переживай, так рад за тебя. Так, полтаем в выходные, расскажешь. Все, отличная мысль. Буду скучать. Не давай никому с собой командовать. Ты чертовски крутая. В последний пару лет мне пришлось не сладко, но очень рада, что мы встретились. Доктор Лин. Алекс, назначен сеанс в моем кабинете. Придешь? Пунктуальное посещение сеансов. Обязательно условие твоего проживания в интернете. Рукопомощи. Простите, потерял счет времени. По вчерашнему сеансу умение управлять собой. Автор доктор Леви... Аупнер. Надеюсь, ты найдешь ее полезной для себя. Чувствуешь, с Хизер все в порядке? Она расстроена, я думаю, ты согласишься, что ее можно понять, но она не пострадала. Мне так жаль. Алекс, ты где, твои вещи пропали? С кем ты сейчас? Просто позвони мне, никто не зайдет. Понимаю, что ты сейчас очень уязвима эмоционально. Я хотела бы поговорить с тобой перед уходом. Ты уже устроилась? Можно заглянуть к тебе ненадолго. Зачем в новой главе жизни? Не забывай, что если я понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. Абонент заблокирован, вы больше не будете получать сообщение с этого номера. Она доктора своего этого заблокировала. Жизнь. Туда этих пологов жесть. Тут творится. Блин, насморк проснулся не вовремя. Дочитать надо. Слишком много пиздел. Ладно, продолжаем. Комикс. Ninth Warden, hero of the intergalactic peace wars, про того стража. And friend to lonely children everywhere. Ну, в первой части, Лиз, суперспособность прям супер крутая, которая была. Is it wrong that the note makes me want to touch it more? Приколи, если там от лица этой Хлои идет, и там у нее вообще нет суперспособности, она просто комикс какие-то рисует, это уже, конечно, интересно, только чисто как часть основной истории, которую ты знаешь, чем закончится. Наблюдаешь этот путь. Мимимишка, привет.
Perpetual motion. Looks exhausting. Укусь. А вот в чем сила у пацана, там особо не помню, вроде телекинез. Вот там было братик, но тоже как-то... Говорю, мне вторая часть не особо понравилась, смотрела ее, но желания поиграть не возникло. Gabe's record is in here. But which one is it? This place has just the right amount of dorkiness. Может, потому что главный герой два брата, мне это не особо как-то зашло. Huh. Colorado digs, it's alt-rock, I see. I love that this town has their own radio station. Так, а у нас задание какое-то есть, или мы свалить можем? Мы хотели выбрать что-то брату. Кошка! Кошечка, я вижу кошечку. Wait. Это же список заказов. Old list. Переместить кошку. Don't freak out. I'm just gonna... I'm surprised you got out of there with both your hands. Thing is... She's sitting on Капитан Спирит, я вроде либо смотрела, либо играла. Там про пацана мелкого. Так что тебе надо? Looks like Ryan might need some help finding that toy. Помочь. Any luck finding that cat toy? Вошла в личное пространство кошки. Я всё лишь переместить хотела. So, она так реагирует. Думаешь, что Гейб в последнее время слушает? Дабстеп на банджо. I'm guessing he's gotten pretty deep into the acoustic EDM scene. Isn't that an oxymoron? Isn't all great music? Well, deep. Well, there's only one way to find out. Есть способ выяснить. Let's see if we can find that cat toy. А, игрушку для кошечки мы ищем. Понятно. Please have the toy. The suspense is killing me. Please have the toy. Да блин, ты твою-то налево-то. Мог посмотреть. Surprisingly not covered. Ни одной наклейки. Looks like a toy could live here. What if he exclusively listens to Smash Mouth? Wait for it. Cover bands. Ugh. I disown him. Кавер-банды на Smash, что-то там. Тогда мне больше не брать. Да мне дадут-то сдвинуться вообще с места, я ничего сделать не могу. Maybe that drawer? Yeah, ясно, это он должен делать. It could be. Может быть, лучшие хиты Селин Дион? You mean the сборник The Essential? She is a Canadian treasure. А канадское сокровище? Я думал, Селин Дион. Nothing. Австралия. Ящик с хламом. Maybe in the junk box. А там кубик есть. Может, там и кошачья игрушка. Тоже вечно в какие-то ящики скидываю игрушки коту. Хорошая догадка. Это мышка? Какая-то пищащая штучка. Be safe out there. If I die a horrible cat-related death, под смертью храбрых от кошачьих костей, когтевым. Выманить. Киса, 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 смотри, что-то пищащее. Who's the superior man? Кто теперь у нас венец природы? Кошку чисто игрушкой выманили. All right. Ой, мышуля пришел. Ты тоже выманился, мышенька. Вполне неплохо справишься с обслуживанием клиентов. Список заказов берем. Мышуля, пойдешь на ручки? Мой сладкий. Так, Гейб. Тайни Блю Бот. Wings of Lion. Он брал. У вас есть, по крайней мере, две пацанки, которые ему нравятся. Савлеон. Wait. Seriously?
Dave and I used to listen to records together. Раньше постоянно слушали пластинки, забывали во всем о колбасе. Я почти верю, что они Kings of Leon называются, и их переименовали в Леон, типа авторские права. Знаете, отсылочка. Кем он был? Полным придурком, крутым парнем. Спрыгиваться крутым, велся как полный придурок. Решил изобразить, что прыгает со сцены в толпу, свалился с кровати. He was pretending to stage dive and fell off the bed. Туда. An ankle. Выхнула дышку, это было забавно. Это было забавно, говорит. Потому что ты приехал. Теперь мы знаем, чем подкалывать Гейба. Alright, you're looking at 20 even. У тебя ровно 20 долларов. Ни за что, поверить не могу, ты опять взялся за старое. Ой, она злится. Нет, только не это. Ты представляешь, сколько времени она это угробила? Мы ее, по-моему, видели, ребят, знаете? Но чувство, что я ее видела в Life is Strange в универе там. И она там в ДНД играла. Ой, а наша героиня плохо, она, кажется, может эмоции перенимать, ну, яркие эмоции. Знаешь, что значит на работе? Я могу принять в студии, если тебе куда-то нужно. Погоди минутку, ты серьезно? Да я даже Стеф звали. Ты же из подборка песен. Вам спасите, только смотри, у меня никаких еще голосов. Короче, на нее яркие эмоции действуют как-то, видимо, на их чувствует. Финализация игры не должна быть такой сложной. Блин, звучит хреново. Знаете, кто-то злится, кто-то кому-то страшно, и тебе тоже. You okay? Уже лучше. Sorry. Стало не по себе. I was just a little thrown for a moment. Thanks. You got it. Somehow I knew I'd find you in here. Ты знал, что найду тебя здесь. Things went well with Charlotte. Мирился с Шарлоттой. Thanks to your help. Благодаря тебе мне не терпится познакомить вас. Думаю, вы подружитесь. I think you'd be great friends. Да, мушка, подружится. Speaking of my two favorite. Сейчас зовется два моих самых близких человека в любимом магазине. Been up to? Болтаем о птицах. You know, talking about bird calls. Как обожает слышать. Bird call related media. This guy really loves his birds. Guilty. You know we're trying to keep her in Haven. Прям сегодня жить ее в Haven Springs, знаешь, да? Anyway, I'm glad you two met. Хорошо, что познакомился этот парень, не только молча друг на молча экскурсовод по Haven Springs. Guide to Haven you could ever find. And this dude. Парень угостит меня лучшим пивом. Hands me the best beers. By the way, Mac was in here. Да, недавно заходил Мак. Очень хотел с тобой поговорить. Really wants to talk to you. He knows where to find me. Дайте мне найти. Anyway, my shift starts in 20. Моя смена пойдет. Take along. Ешь компанию. Я вас догоню. Мне тут передачи на радио надо провести. Угу. Короче, она может читать мысли и ощущать яркие эмоции. Человек что-то яркие эмоции испытывает, как бы она то, на нее тоже не переносится. Насколько она может контролировать, непонятно, но кажется, не очень хорошо. No, yeah, of course. А что именно с ней сделать? Например, она тоже будет злиться, если там человек злится. What up, Monster Slayer Thanor? Hey! Любитель чудовищ. Ну, сегодня неделя до игры, еще бы. Attaboy. Надо будет прежде чего-то перекусить дорогу. До Денвера путь не близкий. Мы со Стеф? Посмотрим на мастера. Ей, наверное, надо будет выходить заранее. На сегодня какие планы? Мама говорит, что бы я подождала в фонаре, пока не освободится. А я лучше бы дома посидел. Ты не против? Кажется, он не дома собрался тусить. Угу. Это вы начните уроки, я вечером ее тебе проверю. Чтобы все было сделано. Better be done, capiche? Capiche. Capiche. Yeah, same. Какая-то фразочка местная. So weird seeing you do the dad. Непривычно ведь в роли отца. No. Не, я гораздо круче, я папа в квадрате. No, no, I'm better than a dad. I'm like dad plus. Dad plus.
We trust each other. He tells me. Мы доверяем друг другу. Шар. Он рассказывал мне такие вещи. Ведь я не сказал Гейбу про старую шахту, он доверился Крепу. Should I? Промолчать или сдать его? Should I? Ой. Вот прям не знаю, это прям повлияет. Сложно. Выбор. Выбор пошел настоящий. Скажите, вместо этого какой-то части, я почти уверена, что это она была. Там, ну, там мини-роль была буквально. По-моему, в первом Life is Strange университета тусила на лавочке, и они в ДНД играли там. И Макс такая подошла, я с ним немного в ДНД. Или это с Хлоей было, уже не помню. Рассказать, не выдавать, рассказать. Мелкий пиздец куда-то собрался. I should probably tell you something. Shoot. Earlier when мы с ним разговаривали, сказал, что собирается в какую-то старую шахту. He mentioned exploring some old mine. Oh man. He seemed like he knew what he was doing. Он сломался, не чем, я подумал, что стоит знать. Вот именно, он мелкий ребенок куда-то в шахту, пусть лучше знает. Надо сказать Шарлотте, подожди меня, ладно. Ooh, Ethan's in trouble. Ethan улетит. Серьезно? We'll see. Посмотрим. Спасибо, что сказала, ты правильно поступила. I appreciate you telling me. Ну, надеюсь, блин. You did the right thing. Правильно. Я-то не знаю. What do you say we get you settled in? Ну что, давайте устроим. Ну, такие вот выборы дают, когда ты что-то уже... влияющее как-то. Экран делится на два. Как выглядит шахтерский городок? Это целая толпа парней спецовка. Exactly. Ну, городок выглядит реально прям балдежно. Что здесь добывают? Это давно серебро. А сейчас уран. Взрывают горы, взрывами продают атомным электростанциям. Они на уране живут, а их там нет радиации. Сегодня только услышим взрыв, бахает громко. Надо полагать. Джет! Хочу тебя кое-что с кем познакомить. Алекс, мой приятель Джет. Приятель? Вы такого слушайте, я вообще-то я его босс. Вы владелец черного фонаря? Уже 12 лет. Рад тебя познакомиться, Алекс, много слышал. О? Очень на гадости, я в основном вранье. Your brother's full of shit. Настоящее трепло. Чуть не обмочился, ты терпение пока ждал тебя. Жесть. Чуть. На трассе удалось сдержаться, на этот раз поздравляю, Гейб. Она мне нравится. Ну ничего, мы идем внутрь. С нами? In a minute. Через минутку хотел встретиться с Эленор, поговорить о отношениях к празднику весны. Ты еще не рассказывал? В подробностях нет. Подожди позже. Могу поговорить чуть возьми, это разве плохо? Хотел тебя предупредить, Маку опять вожжа под хвост попал. Смотри, Боба. Я стараюсь, короче, большую часть озвучивать. Anyway, you guys go settle. Ребята, идите, устраивайтесь. Алекс, рад познакомиться. Чтобы, ну, кто-то, может, слушает, кто-то с телефона. Праздник весны, это как выпуск, но это как в горах. Гораздо круче. Да ладно, так представляю какую-нибудь виртуальную шнягу вроде плетеного человечка. А вот и говоришь, что ты ничего не знаешь. Блин, городок выглядит супер мило, в таком бы хотелось жить. Единственное, наверное, там особо делать нечего, типа никаких ивентов, они себе вот праздник устраивают. Один бар. Реально, Стеф Грингрич была в Before the Storm. А, в Before the Storm все же была. Говорю, узнала, и у нее вид знакомый очень. У нее даже одежда плюс-минус такая же была. Может, такая же прям. Чтобы зрителям отсылка вспомнилась. Shit, man. Ух ты! This is all yours? Все твое? Don't sound so surprised. Что тебя так удивляет?
Очень здорово. Вкус не впечатляет, по-моему, впечатляет. Смотрите, прикольная студия или домик, что это. Немножко будто очень по-холостяцки, но все равно. When you said that you had a nice неплохая квартира, я представляла маленькой, но уютной. Маленькой! Добро пожаловать в мое логово. Хрена себе маленькая, смотрите, маленькая квартирка, ребята. Маленькая квартирка, наблюдайте. This is great. Правда, очень здорово. Она типа, да, одна комната. It's actually yours. Теперь твоя, сейчас начну Шарлотты. Но там есть второй этаж или нет? Это просто лестница была, что-то на втором. В смысле мое? What exactly do you mean, this is mine? It's this у них все победено, видите, все, как студия реально, это место, где живут, мы его называем домом. У меня такую маленькую квартирку, ага, там и кухонька, и камин, и вот кровать стоит, там диван. У него автомат, он стоит игральный. И этот бильярд. Thank you. Там чердяк может, ну может. Ну, пожалуйста, ты вообще что не будешь слишком часто закатывать вечеринки, не ставишь пожар? Джет убьет, если случится снова. Мне кот, по-моему, шкаф вот пытается открыть. Я звуки слышала, какие-то странные. Мышка, а ну-ка, не безобразничай. Кстати, она вот с наушниками. Может, ей, когда она начинает приступы ловить их чувств, не знаю, включать быстро наушники, музыку погромче. Трещобы вообще. Просто она такая, как я тебя представляла. А я выгляжу, как ты ожидала? Не ожидала видеть бороду. I honestly didn't expect you to have a beard. Oh, they didn't tell you? Не знаешь? When you moved to Colorado, you automatically get a beard. Борду. В основном меня разбираться в сортах крафтового пива и Subaru. And a Subaru. Subaru. Funny. I didn't get. У меня ничего не появилось. Я уносила костюм Лего. Добудь себе стартовый комплект Колорадо. Good, because. Ну это же для тебя кое-что. I actually got you something. Wait. Подожди, что было? Surprise. Wait, is this? This is the album I requested. Альбом, что я заказывала, знаю, я молодец. I was gonna get this for you. Собирался купить его для тебя. Я спела первое, все слова мои. О, танцы, танцы, танцы. Пошли, пошли, танцы. Давайте, чатик. Где ваши танцы? Привыкнуть все стало почти как прежде. О, какой танец особый. Не могу, слишком поздно. Жаркая туса. Жги. О, oh, yeah, go get him, bro. Lifetime of practice. Жизнь упражнялся. Your turn. Твоя очередь. Смотри и учись. Fine. О, поехали, рок. Иди, пошли в разнос. На метле играем. Чё же у него гитары-то нет, раз он так по музыке тащится? Пластинки там заказывают. Совсем по-детски мы так в школе делали. Ну, так они встретились спустя кучу лет. Они друг друга детьми и помнят. Распесится. Но вот кажется, сейчас что-то напряженное пойдет, судя по всему. Give me a sec. Там стучат. Hey, Mac.
Can I help you? Я могу помочь. Это чел. Вот не так. I read Riley's phone. По сообщению на телефоне Райли, я знаю, что вы встречаетесь у меня за спиной. О боже мой, Matt. Ревнивый парень. Пошел, потому что я думал, что ты трахаешь мою девушку. Dude, promise, ты неправильно понял? Нельзя хоть на причину не дать тебе морду? No. No. Нет, только не здесь. No, no, not here. No, not here. Place, really need... Я говорил со своей девушкой. Talking... Я к тебе обращаюсь. Typical. Stay. Stay. The fuck. Держись. The мать твою. Away from her. От нее подальше. Сейчас пинать его будем. Ой, блять. Сейчас здесь его будем. Напряжно. Ну все, успокойся. Алекс, стой, не надо. Ой, она уже ему урезала. Ты что, Dark Mode? Да, режим берсерка. It's okay. Все хорошо. Короче, на явно себя не контролируют такие. Ой, пипец, у меня же кровь на руках. Это было чем от игры, можно расходиться. Психопатка гребаная. Пошли его оба нахер. I'm so sorry. Прости меня, не переживай, все нормально. Это ненормально. Почему и правда лучший момент? Да, уж что-то ужасная неприятная сцена. Понимаете, вот. Во-первых, этот мудилище заявился, блин. Трахаешь мою девушку и сразу, блядь, в драку. Доказать без всего, а даже если трахает, то и как бы что-то тут делать собрался. It's fine. И на нее еще это все повлияло. I gotta go stop my shift. Надо заступить на смену. Он расстроился явно. Рейша сошедшего. Great. Великолепно. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Да я более того скажу. Во-первых, какие претензии нахуй? Они дружат, общаются и про колледж там разговаривали. Во-вторых, он залез к ней в телефон и прочитал там что-то, что они переписывались. То есть он берет ее вещи и читает. Ну, по нему сразу же видно, короче. Что он за человек. А потом бросается, как ебанутый, в драку, вообще ничего не подумав. Просто в режиме... Ты и пишешь, все, убить, расчленить. Ух ты, делайте тут что-то. Да, Никсик, мы начали игру Life is Strange. True Colors. Сколько там уже? Около часика играю, не знаю. Короче, главная героиня, Алекс, она жила в интернате несколько лет, но сейчас оттуда вышла и переехала в город, небольшой городок, к своему брату, который себя принял. И Алекс, у нее есть суперспособности, как мы выяснили. Она очень ярко чувствует, типа, как это называть, чат? Помогите слово вспомнить. Ну, не совсем телепат, а больше как не медиум, не знаю. В общем, она очень хорошо эмоции людей считает.
И когда они испытывают яркие эмоции, она тоже начинает, видимо, испытывать эти эмоции и не может себя контролировать. Эмпат, да, вот эмпат. И вот там чел сейчас очень злился, заявился к ним домой, начал кричать, что его брат его девушку там трахает за спиной, он такой, нет. А она его злостью заразилась и сбила этого чела тупо. Ну, она начала брата избивать, а она к нему подбежала, ворвалась и сама его об стенку побила чуть. Вот именно, наверное, из зависти должно было со словами, почему ее, а не меня. Импотенка, как это звучит ужасно. Привет, Алекс, это Райан. Было приятно встретиться, уже не терпится поболтать с тобой. Я тоже рада знакомства, звучит неплохо. И мы так походили, пока познакомились пара людей, там с девушкой брата, вот Стеф в музыкальном магазине, какой-то парень там, друг нашего брата. Вот писал, который сейчас... Привет, это Стеф, извини, что унеслась от тебя сломя голову. Жду встречи в фонаре вечером, и я тоже. Фонарь — это местный бар, я так понимаю, единственный. Город-то небольшой. Мяу! Что, моя маленькая? Листать шушу, что такое шушу? А у меня мышка трется. Шушу's gonna look so grungy on this nice bed. Будет смотреться как мусор. Мы с ней пришли через много, надеюсь, все осталось в прошлом. Это маленькая милашечка. Не знаю, она кто, полевка или... Шила. А мы песенку можем поставить? А, это одежда. Чат. Но это мне не нравится. Слишком красное с красным. Оранжевая или фиолетовая? Мы вот в этом вроде входили, да? Мне оранжевая нравится. Это такая яркая, клевая. И радужная футболка, я бы такую носила. Давайте так. Походим, яркими будем. Мне прям навки красивое. Письмо. Посмотреть. Значит, Гейб помогал Райли готовиться к собеседованию. Мак вообще, что они спят вместе, что за дети? Ну, конечно. Не удивительно, что они там сходятся-расходятся. Он прям из тех мудил парней, которые в драку лезут постоянно и ревнуют каждому столбу. Гейб, it's happening, please, please help me. Реп. Биологический институт Колорадо. Ваша заявка на участие была рассмотрена, наверное, что вы были выбраны для прохождения следующего этапа собеседования. В ближайшие дни один из сотрудников свяжется с вами, чтобы обсудить удобную дату и время. Поздравляем, желаем удачи. Гейб, мне получилось, я, пожалуйста, помоги мне подготовиться. Ярко хоть не потеряется. В ящике. Алекс. Наше имя. А что я знаю, что там? Блин, есть чужие вещи. Конечно, что-то они... Может, у него досье на нас? Для рассказаться про нас что-то? Что там? Гейб немало потрудился, пока нашел меня. А он ее искал в этом... Департамент социального обеспечения Орегона, служба социальной защиты. Удалось выяснить местонахождение. Пробовать... Алекс в интернате в районе Портленда, детский дом Солнечная долина, служба опеки зверет, интернет рукопомощи, вот мы там были, да. А дальше можно это пролистать как-то? Hello. Там есть стрелка вправо, но у меня ничего не делается, или нельзя. Ладно. А, поняла, это вот так. Привет. Здорово. Люблю, бери, здравствуй. Я ищу сестру. Мы с Эдуардо очень обратились к своему письму. Тут у тебя все наладилось, далеко забрался в Колорадо. Только Алекс забрала службу опеки, поддерживать связь стало трудно, мы не знаем, где она, это телефон агентства. Может, тебе сумеет там помочь. Звони только в третью среду месяца, проводить обеспечение службы соцзащиты. Надеемся, ты найдешь. Может, какая-то их приемная семья, которая брала к себе. Ой. Мы тут игрушку проходим, Life is Strange, True Colors. Портленд, не справочники, Чень, Алина, Алиса, Алик, парень, Алекс. Ответчик, дозвонился не она, Алекс, старый номер, теперь какой-то Адам. Александр, 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 Алекс, Б, Алекс. Искал ее, короче, он.
так похвально свою сестру искал, чтобы к себе ее взять. Хотя они 8 лет там не виделись. Он уже мог давно о ней забыть. Факту. У него там уже своя жизнь. Стресс серебряного призера гонки резиновых уток. Гонка резиновых уток. Это прекрасно. Работа Шарлотты, я говорю, что становится искусством, но не думала, что профессионально. Я смогла взять что-то настолько личное. Блин, красивая скульптура, мне нравится. Там у нее сердце, грудь открывается, сердце видно. Будет здорово. Сколько я читала, не поменяли стиль. Это настоящий, живой, то есть мертвый олень? Жесть. На охоту. С этим своим владельцем. Гейб подтягивает знания, похоже, правда, готов намного ради Итана и Шарлотты. Супергерои. Вещание прямо из местного музыкального магазина. Чертовски круто. Лучший инди-рок. Уже реально сделал из моего брата образца по картинам гражданина. Вот это его дружбан. Так, давайте мы розыгрыш проведем небольшой. Сейчас я открою. А игрушка и правда интересная. Советую прям посмотреть. Я говорю, я планирую по эпизоду проходить в день. Сегодня вот первый, потом второй. Я не знаю, их 5, наверное, да? Либо 4, либо 5. Life is Strange. True Colors. Ой, у меня ничего не нашлось. Я все на русском пишу. Ну, ладно, что-то нашлось. Эпизод 5, да. Эпизод 5 эпизодов. Так. Так, какое слово будет у нас ключевое? Давайте Алекс. Раз у нас... В игрушке Алекс. Видно там, нет? По эпизоду нормы встать не успеет никто. Ну, это еще и читать приходится, поэтому... Да. Вообще, на самом деле, можно это все прям не тыкать. А давайте мы можем... Блин, не дают на второй этаж. Я хочу глянуть, что там. Окей. Тут можно играть в аркадный автомат, но я не очень умею. Управление, ВСД, спейс-прыжок, залезть, прыгнуть. Я не в это ужасная игра, но, допустим, как начать? Да, давайте играть. Алло, ребята. Space Center. Обучение Space начало. Где я нахожусь? Ебать, это сложно очень. Так, надо от призрачка уворачиваться. Так. О боже, их два! Меня сейчас застопят. А-а-а!
Сколько их нахрен? Я столько не могу. Алло? Давайте! Выделись! За мной призрак гонится! Да блин, скит-то, блин! Да потому что он встает на вершине лестницы вот этой. И не двигается, пока я не нажму там прыжок или что-то. Пробел! Блять. Да, меня сейчас зажмут чат. Меня зажали два призрака. Меня зажали два призрака просто между собой. Буквально чуть-чуть не успела. Два призрака зажали. Бегом. Охренеть, сколько тут левелов нахрен? Это бесконечно, что ли? Ну, у меня жизнь сейчас кончится, что ли? Вниз! Пожрайте при этой яме. Нормально. Твою налево. Сука, их призрак зажал. Хоррор. Это правда хоррор, ужас. Вот иногда попадаешь в уголок какой-то, откуда хрен выберешься, а тогда это ужас. Спустись ты. Пусть. Хоррор. А вы писали слова для розыгрыша или нет? Там слово «Алекс» на розыгрыше, ребята. Напишите «Алексу». Оно засчитывает вообще? Ой. Посмотрела в чат, называется. Game over. А. Все, у меня там что-то у меня лагало. Вот его где. Да-да. С маленькой буквой, не знаю, влияет или нет. А, в смысле? Мне еще кое-то занесло. Я думала, game over. Да блин, скит, блин, призрак турецкий. А, это в самый. Да чё так много призраков-то? Слишком много. О, нет, не хочу. Не хочу вверх! Они умеют по этим подниматься? Да ты чего? Это же нечестно, я не умею. Они обалдевшие призраки, жесть. Отлично. Так я же не знала, что они умеют. Ду-дум. Алекс — это главная героиня игры, в которой мы сейчас играем, но не вот этой вот мини-игры. Ой-ой-ой. А, блин, не успела. Иногда не всем понятно, куда полезть. Ой, писец. Ладно, да. Да, вниз! Как же мастерски увернулась от призрака.
Алло, право. А как мне вот сюда? Он не умеет влево поворачивать, ну, типа, уклоняться, не уклоняться. А как мне забраться туда? А, нельзя даже на нее залезть. Я думала, может, сверху. А? Ладно. Писец мне. Да блин, еще одна хрень есть какая-то. А! Нет, ну... Блять. Game over, да пошли ты в жопу. Не допрыгнула я до монетки. Ладно, все. Можно выйти назад? Спасибо. Спасибо. Благодарю. Почему у нас категория лис? Хотя должна быть категория мини-игры из лис. Манул, не допрыгнул. Какой-то реально Life is Strange. Блин, реально народ хоть пару раз в час закидывайте в чат. Ну да, что-то куча сообщений от людей, которые уже часа 2-3 ничего не пишут. Ребята, а можно мы будем хоть чуть-чуть, иногда писать что-то, кроме слов розыгрыша? Ну хоть немножко. Чтобы вы не только на розыгрыш заходили. Было бы очень мило. Так. Вот розыгрыш. Для бог могу зайти на стрим, но когда сижу, стараюсь писать. Так, всё, сейчас крутанем. Не, ну просто, ну реально, там человек 5 общалось, а тут 40 человек. Внезапно. Было бы клёво иногда хоть что-то общаться, вот, я считаю. Поехали. 120 гемов в Genshin Impact. Итак, кто? Да, в чатике можно просто друг с другом общаться, как вариант. Или стрим что-то говорит, как-то реагировать. Охренеть. Так, он мимич написал. Так, убрать захват. Поздравляем. Я скину 120 гемчиков. Желательно, чтобы он мне снова написал в чат, то у меня чат, как обычно, не обновлялся на фоне. Как песня на фоне называется? Пишите все. Сейчас я скину кодик и название напишу. Поздравляю. Это так странно выглядит, типа, несколько человек общается в чате, а потом бац, розыгрыш, уже 40 человек в чате внезапно. А песня называется вот так вот. Сейчас скину.
74-й землю выбила. Поздравляю. Когда я на стриме по КД сидел, все так не было. Не, ну я понимаю, что... Я говорю, опять же, я понимаю, что можно не всегда писать, и не всегда есть время, и люди чем-то могут быть заняты, но... Некоторые просто же вообще ничего не пишут, кроме как на розыгрыше. Это немножко расстраивает. Ну да ладно. Вот. Песенку скинула, название. Продолжаем играть. Так, по громкости сейчас сделаю опять. Настольная игра какая-то еще есть. А можно на самом деле бесконечности играть, пока мы это все не пройдем. Но что-то я не очень хочу эпизод. А, подождите. А есть сохранение, нет? Блин, а нету отдельного сохранения. Я бы сохранилась, чтобы, знаете, можно было мини-игру, как настроение будет поиграть конкретно. То есть Мора на аккаунте. Кстати, я так и не зашла в ГД сегодня. Пойду-ка быстро зайду. Кто-нибудь хоть раз был в Волгограде? Я нет. Нашла и в раздачу заодно. Там шансов, конечно, нет, но... Доплата не потребовалась. 1-1 получилось. За Мора оплатили. Так, сегодня утром оттуда приехал. Там так красиво. Ого. Рада, что понравилось. Блин, а где там... Эти ежедневные награды тоже бы забрать. Вот, ежедневные награды, ссылочка. Отметка готова. Прекрасно. Все, теперь можно продолжать. Что за настольная игра? Раскатывал меня почистую, сволочь. Jerk. Так, это туалет или что-то, открытка? Привет, из Мексика. Из Мексики. Looks like we've both had people. У нас были те, кто пытался помочь. Получил вчера твое письмо. У меня все замечательно, тебе нужна перегрузка. Приезжай сюда, еда потрясающая, напитки еще лучше. Очень рад, что у тебя все хорошо. Я вспоминаю наше с тобой знакомство в исправительном центре. Ты 3 раза послал меня нахер, но я никогда в жизни не видел, что кто-то с таким вниманием слушал каждое мое слово. Сразу понял, что ты далеко пойдешь, ты был лучшим из моих воспитанников. Помни об этом, напиши, как потерялась Алекс. Надеюсь, ты ее найдешь с любовью, Лен. Угу. Он был в ком-то тоже в центре. Ну, в общем, да, там у вас должно быть достаточно моры на балансе. И тогда вы сможете купить в магазине просто за мору выбрать. По стоимости... Либо столько же стоит, либо на 1% дороже. Точно не помню. Кусать на гиперкартоне, что? Оставить только смачный пинок. Так, а мы выйти-то можем? То, как бы не очень. Сумку мы взяли, все поделали. Плакат. Gabe looks like he fits right in. Gabe тут душа компании. Кевин Спрингс, 55-летняя годовщина. Вот свободный. Сколько чайников? У меня там 50 что-то. 40 мор, чайников 4. Я продала пару раз по 120 кристаллов, которые у меня в инвентаре лежали. И у меня там чуть еще было 100 с чем-то мор. Я, короче, луну купила. За это. А мне не дают дальше выйти, ничего сделать. А что сделать-то надо? Не, автомат слишком затягивает, это могу всю серию просидеть, мне все-таки игру проходить надо. Просто у нас как бы... Нам брательник сказал, он пошел. Broadcasting straight from your local record store. Вроде сказал заходить вечером, а может и нет. Где я? Видеоигра. Must be Ethan's.
должно быть игра Итана. Wonder how many times Gabe's been forced to play. Еще 15 чайников в жесть копишь? Нельзя посмотреть по текущей цели, хрен знает. В дневник есть, смотрите, и телефон. Ищем добровольных помощников на праздник весны. Доставить типа наехавшими, начать хорошо влиять на экономику. I'm gonna choose to believe this isn't about me. Жесть. Ну, действительно, что этот маг там, короче, вписывается. Он мудила, по нему видно. Чем помощников. На праздник черного фонаря, как всегда, пиво. Единственная причина туда пойти. Творческие работы тоже будут. А это Шарлотта, это девушка этого? Ее Шарлотта зовут? Не терпится всем показать брательника. Выражаем отдельное благодарность Диане. Если Тайфон Майнинг, он добился, чтобы в этом году Тайфон стал спонсором. Ни за что, давайте сделаем нынешний праздник незабываемым. Тоже Гем продал за ралли, приобрела пропуск. И 1090 нефритов. О, неплохо. Сегодня 21.00, Тайфон Майнинг начнет взрывать заряды. Просим вас не заходить в обозначенные опасные зоны, если у вас возникнут вопросы. Короче, они будут взрывать в шахтах что-то, и туда собрался мелкий пиздюк, который, видимо, читать не умеет, я не знаю. Либо новости не читает просто. У них город на шахте стоит. И они там что-то взрывать будут ночью в 21. Балдеж. У нас дневник еще есть. Изабель, страдая, не столько пытался написать, все мы попытки летали в корзину для бумаг. Посмотрим, что получится на этот раз. Изабель мне очень нравилась, она была такая милая, любила рисовать по выходным, тайком приносила нам пиво, но ее депрессия заползла мне под ногти. Мои веки становились неподъемными, в голове одна мысль, надо продолжать дышать. А, короче, у нее, видимо, была то ли соседка, то ли подруга, но у нее была депрессия. И она же, она эмпат. Короче, главная героиня эмпат, она эмоции людей считывает. И сильные эмоции на нее влияют. От нее не было спасения. В конце концов, мне это достало два флакона успокоительного, она лежала пустом, собственно, блевотине. Пипец! Она реально ей два флакона успокоительного выдала. Извини, забыли. Мне казалось, мы могли бы даже остаться подругами. Даже выбравшись из этой плюшевой клетки, жаль, ты не смогла остаться здесь еще ненадолго. Если увидимся, с меня пиво. Пипец. Вот это жесть. Тесса, злость. Горечь, ревность и легкая тошнота. Вот на что похожа злость. Я даже подумать ни о чем не успела. Пару секунд, я мчусь по комнате. Я разбила губы, бедолаги. Интересно, как долго будет заживать. Просто одежда не отстирывается. Я не очень виню за то, что она злится. Я считаю, что в приюте ко мне относятся по-особому, но это не так. Без разницы, она держится особняком, да и почти все остальные тоже. Так что все будет как обычно, пока не придет новая группа, а все начнется сначала. Хуже всего того, что... Они забрали у меня гитару. На две гребаные недели, ладно, хоть не навсегда. Поверь мне, совсем все не так. Ни ступи, ни тайн, для всех я чужак. А ты все равно под мой попала кулак. Джемов. Аккорды тут. Сделать и разобрать сумку. А, разобрать сумку. Видимо, что-то еще в сумке у нас есть. Я достала игрушку, там еще комикс. Это настоящий талант. Он нам комикс нарисованный дал. Тоннель, ведущий в крепость монстров. Ломенхейм обрушился. То есть, допустим, продажа гемов дала 198, покупку стоит 200 море. Я не знаю, если честно. Там на каждой своя цена. То есть это обрывается, и столько пустота. Угу. Покушал, сейчас надо еще виртуалочку доделать. Ой. Слава богу, я туда даже не заходила сегодня. Да, у меня еще там пропуск, но мне ужасно лень. Я решила, что раз, если мне будет лень, я не буду заходить. А когда есть времечко немножко забежать, что-то поделать, то буду. Так, знаете, без обязаловки. Что с этой обязаловкой просто с ума сходишь. Зайти каждый гем на счету.
Я не завершена черный ход в крепость. В общем, забью пока на эти крутки. Ну, типа, может, что-то буду крутить, но плохо, что там выпадет, не выпадет. У меня полно своих персов, там, которых нужно качать. На них все равно ресурсов нету. Вот буду потихоньку качаться, а там уже посмотрим. Если вернется интерес к игре, буду кого-то выбивать. Музыка куда-то все делась. Музыка же играла там на фоне, что она исчезла. I never heard back from Sydney. Так и не ждалась ответа Сидни, надеюсь, от Сидней. Надеюсь, с ней все в порядке. Алекс, как в жизни? Ты все там же в руке помощи? Ты переспалился с соцсети на какое-то время залечь на дно? Переспала пару раз с одним уродом, чтобы у него переночевать, теперь он меня преследует. Чего уезжаю с Бёрнсайда, потому что здешние воспитатели расисты обвиняют меня в том, что толкаю наркоту. Напишите, когда я до нового места. Вариантов немного, но ты меня знаешь, что-нибудь придумаю. Короче, надеюсь, тебе все хорошо. Лорен еще там? Помнишь, как тебя отмудохала? Скучаю по тебе, дурилка, целую Сидни. Музыка тоже после шарика пошла. Завки, я же, может, она смола. Так и виртуалка тоже. Там, проходи минимум 2 раза в неделю, иначе пропустишь кучу ресов. А, и ты про то, что делать. Ну, я захожу, когда хочу, и когда захожу, да, делаю делик, я плюс смолу и выхожу. Если есть настроение, какой-нибудь ивент еще делаю. Вы просите, что письмо не читаете, я пойму, все-таки читаешь, спасибо, что дал шанс извиниться. Я оказалась не готова, не подхожу для роли приемной матери, постоянно стресс, ссоры, руками, все тяжело. Но в моем возрасте я совершила ошибку, простите, сделала только хуже, желаю тебе удачи. Я, короче, кто-то дочерял, но не справился, Августа, вот. Жаль, что эти лекарства не подействовали. Эбигейл Лин, Алекс Чейн, Альпразолам, и прописывать лекарства. Челси, одно из немногих светлых воспоминаний о приюте. Днем рождения, надеюсь, он пройдет потрясающе, тебе весь день будут окружать приятные вещи. Вообще говоря, хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал с тех пор, как мы познакомились. С тобой я была бы в безопасности, я была бы счастлива, я чувствовала себя любимой для таких, как мы. Довольно редкое чувство, согласись. Спасибо тебе за то, что ты есть, что ты моя подруга, за то, как ты отметила Харви, за то, что делилась шмотками, хоть я не просила. Хочу нагонять уныние, но ты был единственным лучом света в этой дыре. Музычку верните это в игру. Смотрите, 2 мышки, милые. Короче, я чуть-чуть включу свою. Она не хочет. Смотрите, у меня вот есть игрушка. Шу-шу. Такая милая. Если продашь 60, вроде 98. Там написано, да, при продаже же инвентаря сколько стоит. Сколько там морит написано. Продолжить. Crazy, how much. Мы с этим и так изменились. У кого есть просто 100 моры, можно глянуть, за сколько 60 гемов можно купить. No way. Нет. Guess Gabe didn't cut. Похоже, Гейб решил не отрезать наших родителей, очень повзрослый. Мама сейчас здорова, отец не стал законченным родом. А, kind of an asshole. И походу мать заболела. А отец как ему дело себя вел, может, бухал там еще и все такое. Нефритов стоит 89 за покупку моры. Вот даже столько же, сколько покупаешь, да? Ну, здорово-то. 89 гема и 88 нефрита. А музыка точно есть в этой игре? Куда она исчезла? Звук. Верните мне громкость музыки там. Oh,
My journal. Пора добавить дневник мой последний срыв. Она тут жестко, короче, чела побила в этой квартире. Что он заявился весь злой. Маг злости. Сейчас то, что в дверь постучали. Вот что произошло. Мне кажется, я почила неладно еще до того, как Гейб открыл. Как будто из-под двери в комнату что-то проскользнуло, что-то красное, кровоточие. Потом видела Мака, и тут накатил знакомый страх. Он всегда появляется, когда я понимаю, что теряю контроль. Как бы ни старалась, кровь закипает в жилах. Все мое тело уже твердо. Вознамерилась причинить кому-нибудь боль. Скоро это случится, никто меня не остановит. Красное бешенство облегчения. То есть Мака была горячей, пьянящей и с привкусом страха. Все дело было в Райли. Мысль о ней рядом с кем-то другим, о том, что она может встречаться с кем-то еще, она не давала ему покоя, жгла и мучила. Чувствовать, как у тебя в груди, словно затягивается раскаленный узел. Одно из самых невыносимых ощущений в мире. Когда он уходит, становится так легко, перестает звенеть в ушах, и сердце замедляется с трепета крылышек калибри для ленивых ударов отбойного молотка. А хорошо, жаль, что Гейбу это стоило удара в челюсть. Как за такое положено извиняться? Да, она еще и брата по ходу дела ему врезала. Гейбу стоило удара в челюсть, забудь жуть ничуть. Нити, что нас связали, обжигают мне грудь. Пока ты здесь, они ранят меня, не дают вздохнуть. Угу. Говорили, 1% может для сумм дороже свести дел. Блин, я вот покупала луну, но я не помню, за сколько я за мор взяла, если честно. Надо было посмотреть. И наш садист вот купила нефрит, и мне списалось 89. Ох. А там закончится. Один 99 будет, но валя от 100 будет один. Ну, кстати, да. No fucking way. Не может быть. Алекс. Я тебе маленький подарок в честь приезда, жду не дождусь, когда ты зажжешь. Гейб. Гитара, что ли? Он и гитару купил. Охренеть. Гейб метлу подарил, да? О, все. Так, музычку выключаю свою. Наконец-то музыка в игре. Гитара, ура! Спасибо за ману. Та-та-ра! У меня точно была доплата в один, когда продал гемы, купил за них нефриты. Well, Alex, you just вот так уж съехал с катушек от белого человека на глазах у брата. Алекс Град с гитарой. So, how are you feeling right now? Ощущение. Алекс поет, а звук был у нас. When you were here before, о, это крип же. О, это Олега, мы поздравляем, но звук отвлекает, так что тише сделаю. Так, молитва с этим ветром. Танцуем. Your skin makes me cry. You float like a feather. Да у нее есть там диоптрия. Там же видно стекло. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want.
you're so very special. God, I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. You and your damn surprises, Gabe. What that would. Перевести луну в мору, продать. Выйдешь в плюс. Being here is too good to be true. I'm not gonna let anything mess it up. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я никому не позволю это испортить. Да уж. I should go downstairs. Нужно спуститься и проверить Гейба. Так, все, наконец-то нам дали выйти из этой комнаты. Ура, мы идем куда-то. Мы будто вечно сидим в квартире. Песня мне больше понравилась. Just forget it. Stop that. You need to take care of yourself. Got Mac patched up. Let's take a look at you now. Синяне нам песню показывает. Oh, looks pretty nasty right about here. Выглядит скверно. So, it hurts when you breathe? Alex, you made it. Алекс, ты приехала. Charlotte, right? Чуть тише. Шарлотта, верно? I'm sorry you had to see that fight. What a terrible first impression. Жаль, что видел эту драку, он как портил первое впечатление. Он не сказал, что мы ему тоже влезли. Об мозги вам поедем на радиостанцию, нам нужна аптечка, которая не будет добавлять ссадины бактерии. Все нормально? Райан знает, что делает, поезжай с ним. Алекс. Ну, сейчас бы он ее... We'll be back soon, okay? Сейчас бы он про нее говорил. Okay. Сказал, что к нему завалил сама. Ну, вот теперь у меня не основного бартендера, не запасного. Бармена. Мы тут со встановочкой сливаемся в оранжевом. I love that. Мне нравится эта падающая звезда. Falling star? Yeah. Или восходящая, зависит от настроения. Depends on the day, I guess. So, что делать сегодня? What's it doing today? Падает. Falling pretty damn hard. Камнем на землю. Yeah. I mean, это вообще, вообще мне здесь нравится. But it's amazing to be here. 20 месяцев 3 назад. Просто помню, что у них с Хутао что-то какое-то мини-выступление было. Там песня-то сложно назвать. И там подарите комикс, видимо, считает себя очень крутой. Он чудесный ребенок. I know literally nothing about kids. Очень несмысленно, но Итан показался очень славным. I appreciate that. He's my favorite person. Просто его обожаю. By the way, thanks спасибо, for что рассказал нам по шахте, запретил этим духать. Yeah, no problem. Здесь он не очень на меня разбился. You won't be mad at me. You did the right thing. Поступила правильно. Beef pie special. Watch the gravy. Jed, you didn't have to. Нет, не надо было. Now, Ryan said you're skipping dinner. No starving artist. Меня голодным не уйдет никто. I do have to get going. Нужно идти, правда. Я сделаю угощение для праздника весны. Нужно закончить сегодня. Прости, что не дала тебе болтать еще. Вы представляете? So glad you're here, Alex. I'm looking forward to getting to know you. Yeah. Стала носочек поправлять и заметила, что у меня на этом носке на ступне дырка. Yep. Надо выбрасывать эти носки. Окей. Да я их так нашла случайно. Искала, нашла на крест. Ну ладно, ладно. Дырявый носочек. Не, можно зашить, конечно, но у меня их полно, блин, и так миллион лежит. Еще бы пары им всегда находить, потому что бывает, видишь, какой-то носок прикольный, а где второй, я вообще хрен знает, он исчез. А вот Стеф сидит.
Выгоднее продать 60-180 за мору. So I'm short-staffed at the moment. Луны. Gabe tells me you've worked at a restaurant before. Gabe говорит, что ты работал в ресторане. Был официант. Ну да. Подтвердить. Maybe not as long Может, as не так долго, но yeah. чем я только не занималась? I've done lots of things. You want to work a shift? Хочешь работать с меня, она может тебе здесь понравиться. Sure. Да. All right. Вот и ладно. So we have a few Нам нужно уложить нескольких человек. Там Деки и Диана, а здесь Стеф. Steph over here. There's a table in the back. Убрать столик в задней комнате. You can give the food orders to me, and I'll handle. Если заказный дом, можешь передавать мне. Баром тоже займусь сам. Got it. А нам что, только столики вытирать? Really nice to have you here, Alex. Если он выпивкой едой занимается. Guess I'm a server now. А передавать ему заказы. Let's see how this goes. Спросить, что они хотят, то есть можно. Can I get you two принести? Miss Chen. Miss Chen? Мы с Борисом полны еще неизвестности. Все про нас знают уже, капец, просто. Hi. I am Reginald McAllister III. Просто Даки. Предприниматель на пенсии. Это я молодая женщина Диана. Former entrepreneur, now retired. And this young woman is Diane. Hey there. Nice to meet you. Я не подозревала, что... That we all Мы знаем о твоем приезде, Гейб щедро делится yes. нами не только своей дружбой, но и подробностями биографии. Сколько надо продать, чтобы на луну хватило? You're from Portland, right? I moved here from DC. Приехала из Вашингтона полгода назад. How you finding the small town? Тебе наш городок лучше не бывает. I didn't really know what to expect. Не замечательно, но кроме одного мудила ходящего, так здорово. It feels like a home. I know. Понимаю, первое время казалось, что я возненавижу этот город. Потом я писала горы, с кем познакомился, теперь не хочу уезжать. And now I'm never leaving. Diane is a geologist, recently working as a process manager for Typhon Mining. I'm glad there's another newbie around. А здесь не единственный новичок теперь. Can I get you anything? Хотите чего-нибудь? Yeah, умираю с голоду, я бы с удовольствием съела фирменный пирог с картошкой. Блин, ребят, и они заговорили про еду, и мне и есть захотелось. Мне захотелось вообще сосисок с омлетом и с яичницей. Жутенько захотелось сосиску с локоть. Кетчупом. Наступит новый диалог. Пал собака, золотистый ретривер, девочка очень милая. Пожалуйста, если уйти, сообщите мне. Золотистый ретривер не может быть не миленький. Смотрите, какая лапушка. Теперь, кто продолжит текст песни, получит скидку 10% на покупку в Серебряном драконе. Now I've got a love so deep in the pit of my heart. And today it grows more and more. Мы говорили, бойфрендам в розыгрышах участвовать не разрешается. Ты же знаешь, что перед Temptations не могу стоять. Новый текст. Don't hesitate, because the world seems cold. Be young at heart, because you're never, never old. Пирог с картошкой фри звучит не очень. Да нет, почему так и в Британии, в Америке часто заказывают пирог какой-то. Мясной, наверное. Картошка фри к нему. Еще часто бобы какие-нибудь кладут. Oh, hey. Someone made a course about Кто-то создал курс по моей жизни. Это как в Британии в пабе про лап, по крайней мере. Как найти все благодарность среди хаоса. О боже! Shit. Теперь Марку страшно, он нас боится встретить. Правильно, пусть боится лучше. При крайней больше не бесится, он заставит меня потерять контроль. Сейчас я ему расскажу, что его девка отпиздила. Надеюсь, он слишком для этого тщеславный. А что они шахтер 19 века? Когда жетонов, кажется, шахтер забирал свой жетон, спускался в шахту, вешал на доску, когда возвращался. Бутылки взять, почистить бы, знаете. О боже. Он что-то... Holy shit. Can I talk to you real quick? Чего тебе? What do you want? Listen. What happened? Мы наверху с тобой были всех психи, верно? From both of us. That is bullshit. Я знал Гейб. I was defending Gabe. From you. Yeah.
Да-да, ты права, но... Riley's headed over here. Этот Райли, нам на себя злости, думаю, не обязательно все неаппетитные подробности. Ой, внезапно он такой. Ой, моя девушка не должна узнать. Как она его? Да она кулаками его просто. У нее кровище было. Чтобы я солгала. So прикрыть задницу. You want me to lie to cover your ass. No. Просто давай я сам с ней поговорю. Let me handle it. Как заговорил, встретил на него. Look, she's gonna break up with me. Знает, она придет со мной. Мы были вместе 4 года, но лучше, что у меня в жизни. Поэтому ты идешь к мужикам всяким, говорит, что она с ней спит. She is the best thing that's ever happened to me. So, please. Естественно, я ужасно не хочу ему помогать. Но если я не помогу, скажи, что конфликт будет пикать. Но прямо что выбрать? Shit. What the fuck is wrong with you? Господи, постреляй. Oh my god. Look at your face. No, it's okay. Don't. Ты не знаешь, о чем ты думал? Где Гейб? What were you thinking? А насчет, он сейчас еще заведется насчет Гейба, что он спросил. Why do you give a shit? Во-во-во, говорю. Because my boyfriend just got into a fight with him. Меня либо ты все объясняешь, либо мы расстаемся. Вот туда его, туда его. This is it. You better have a good explanation, or we're done. It's not my fault. I just wanted to talk to the guy. About you. Может, я встречаюсь с ним за спиной? About. Жесть. Why you guys are meeting? Надеюсь, я кого-то получу, это уж точно. Просто я, такие обычно не исчезают. So how did the fight happen? О, он сейчас начнется, что он первый нам бросился. Sucker punched me. Да, верю. О боже, сейчас нас просят. Not exactly sucker punch. Не стоит тут свали. He definitely started it. Oh God, were you there too? Боже мой, да за что мне такие? Чат, голосуем. Я весь выбор на вас скину. Рассказать или прикрыть и не лезть. Перекладываю ответственность на чат. Правда, правда. Какая ответственность, какой стать его прикрывать? Ну, да, вот такая. Расскажи быть мужиком. Ну, поехали, правда. Yeah, I was there. Max telling you a whole lot of. Сюда еще можно побить. Никогда не лезть в чужие отношения. You know what? That doesn't even surprise me anymore. So what really happened? Riley. Mac barged in. Он ворвался в комнату, обвинил Гейба, что он с тобой спит, врезался ему, когда Гейб упал, начал пинать. And then kicked him while he was down. Riley, listen. What happened to Mac's face? I did that. Это я его так. Well, good. Молодец, похоже, заслужил. Sounds like he deserved it. Thanks for telling me. Что сказала, Alex? Wait, are we okay? Are you fucking serious? I'm so embarrassed by you right now. But are we still together? What do you think, you fucking idiot? Кажется, нас сейчас темно кто-то подготовит. Alex Chen. Ой. Assaulting Mac Loudon on your first day here, huh? I'm Jason Pike, the deputy sheriff. Ты что, больной? I'm gonna have to take you in for questioning. Чем тут Мак? Mac assaulted Gabe. Вот его и допрашивают. He's the one you want. Your face. Видел бы ты свое лицо, боже, шутник, блин. See your face. Oh, jeez. No, I'm only kidding. А что, никаких проблем, никого не будет? Мы с Гейбом частенько разыгрываем друг друга. Gabe and I just like to prank. А шутит он. I've поверила. You definitely got me. Thanks for being a good sport. Хорошо держалась. Can I Можно тебя угостить? Не знаю, на работе. I'm working right now. Well,
Буду стойкий, если придумаешь, приходи. Я бы выпила сейчас пивка. Пивка хочется, надо купить завтра. Заколебалась болеть прям вообще. Ну, с одной стороны, как бы, да, в чужие отношения не очень, с другой стороны, он при нашей, блин, на наших, сука, глазах ворвался к нам домой. Нашего брата стал пиздить, обвиняя, что она спит с ним. Они дружат с нашим братом. И знаете, если мы не расскажем, но я думаю, он расскажет потом. Я шутка не могу нахотеться. Hey, Dad. Yeah. I've got an order from Ducky and Diane. Go ahead. Сука, что они просили? Какой нахуй бургер? Они пирог просили! А-ха-ха, бургер! А-ха-ха! Чат! Вы что, издеваетесь? Минуту назад был? Там пирог же был! С картошкой фри. Кто? Второй бургер, видимо, просил. Бургер. Чизбургер. Я не помню нихуя. Чизбургеры. А с про грибы что-то было вообще? Чизбургер с грибами, чизбургер без грибов. Ладно, давайте без грибов узнает. One cheeseburger without mushrooms. Ага, and? Фирменный пирог с картошкой фри. Вот это я помню. One pie special with fries. Я бы поел чизбургер с грибами. Yeah, he did. Yeah, he's fond of a particular rice. Особенно женой виски. I keep a personal bottle for him. Блин, я бы тоже слопала с грибами. Да и просто чизбургер бы съела, тоже вкусно. Вот они вижу. Кто-то спит, делал виски. Oh, now wait. Стойки. I bet Ducky took that bottle. Вчера Ducky унес ту бутылку наверх. Закрытие с Гейбом еще долго тут пировали. Yeah, he and Gabe went on carousing long after closing. Чет заманулся, забыла. Нет, я помню про пирог. Yeah. Я не помнила про чизбургер. Serves him right if you ask me. But feel free to go upstairs and look for it. I'm sure he'd be grateful. Oh, Deputy Pike was with был заместитель Пайк, поговори с ним, может, он вспомнит. If you still если ты ему веришь после розыгрыша. Я поговорить хотела. Поговорить? Эй, Алекс. Виски? Were you hanging out with Ducky and Gabe last night? Who told us? So, Ducky. Ducky оставил свои виски, скорее всего, наверху. Possibly upstairs? Oh, no. А нет? You remember seeing him? Видели бутылку? Oh, when I left. Да ушел, он еще сидел внизу. Oh, but you know what? You should check Gabe's wall. Через стену позора Гейба, может, найдешь что-нибудь. Some incriminating evidence. Yeah, they're sticking. Okay, thanks. I will. А идем работать, не надо пить на работе. Later, Alex. Где-то стена позора только находится. Объявление. Новый шахтер, голосование. Бежать мы так и не умеем, судя по всему, да? This one's from yesterday. Датировано вчерашним днем. Полковник Даки на диване Гейба с бутылкой на руку. This one's from yesterday. Блин. Hold up. Я начала навелась. Игра назад. Помоги, я напуганный посетитель. Почему он напуганный? Мы поговорить не можем? Он загорается, но с ним ничего нету. На диванах где-то. Где диваны? Он же сидит на них. Sounds like Ducky knows Gabe pretty well. Ducky? Вы вчера забрали виски, который Гейб, вы не помните, где могли оставить? Do you know where you might have left it? I remember absolutely nothing of the night.
Really? Вот он и пился. Maybe check your phone. Did you take any pictures? Call anyone? Знаешь, чуть бегать нельзя, найти легонько. For goodness sake. Где на этой штуке фотографии? Гейб Джаретта Месса. Nice. Медведь. Бендеки, наверное, не следовало это читать. О, папа, что там? Быть твоей дочерью нелегко, думаешь, тебе достаточно сказать, как тебе одиноко, чтобы забыла первые 20 лет своей жизни. Я обдумаю твою просьбу, и тебе все хорошо. Показывала им твою фотографию. Жесть. Sorry, nothing useful. Well, thanks for letting me know. Ясненько, понятненько. My dad was in the service. Непростые отношения с дочерью. Наверху, может, диван? Какие-то диваны были. Он спал. Let's see if I can find Ducky's whiskey. Он живет над баром. Он живет над баром, а сверху что? Там вроде на диване был, но я на диване... Вот диван. Посмотреть. Ха! Нашли! Из ржаной виски. Ура! Блин, а прикольно, на самом деле, учитывая, что он тут работает, удобненько. Хотя он сейчас говорит, у подружки живет часто. Пошла наверху на диване Гейба. Единственное, тут громковато может быть, если, ну, не работаешь. Выходной, например, бывает же. Засыпать, наверное, сложненько. А можно сама Алекс глотнуть? Oh, но ей там офицер предлагает выпить. Put in a good word for me, okay? She's a go-getter. Предприимчивая. Can I pour you a glass? Oh, налить? No, no. Нет, я сам. Allow me. To miss Alex. За мисс Алекс Чен. A most to miss. А нам налили чак. Cheers. Бухнули уже. Для меня виски это слишком крепкое все. Не знаю, ты пьешь и будто тебя все обжигает. Так, чат. Буквально на минуточку отойду, сейчас вернусь. Можете пока виши покрутить свои. Или тоже себе принести попить. Бухаем ей. I have some advice. Jed asked me to check on Steph, too. Hmm.
There you have it. Так, я тут. Я тут себе бутер небольшой принесла. Сейчас помажу его быстренько. А музычка приятненько играет на фоне. Ура! Музыка вернулась. Бутер с виски. Glad you could fill in today. Все, что мне хочешь сказать, аптечка посмотреть. Wow. В курсе про столбняк. Если реально аптечка получше. Жесть, у них такая. Шахтер. Вот они типа горят. Новый шахтер, но я не могу с ним поболтать, типа. Вообще, не познание в течение карт показывает, что только сплошная дикая местность. Лыжный туризм только с сопровождением. Может, утро можно получить у смотрителя. Укусами змеи обращайтесь. Райана Лука, ну жесть, укусы дикой змеи. Блин, когда я в деревне на лето приезжала, у нас там был домик, типа, в нескольких часах от Владивостока. Или... У нас там огородик был. О, Стеф, точно. Помнила шот у неё. Она абсент, что ли, бьёт? Алекс, right? В общем, у нас там периодически змеи проползали. Видела несколько змей там. Так всегда боялась, что меня укусит одна. Thanks, though. Вас спасибо. Sorry, I couldn't hang out at the record store. Не смогла остаться в магазине. Сейчас у меня есть немного времени, может, поболтаем? Над чем работаешь? Is that record store inventory? No. It's характеристики персонажа. Ясно, ДНД. I've heard the term before. Live-action roleplay. It's like a tabletop role-playing game, but acted out in real life. Costumes, foam weapons, beanbag spells. It's great. Gabe was talking about a LARP with Ethan. Yeah, it's next week. They're coming with me. It's their first time. I'm so excited. Would you ever want to join us? Хочешь как-нибудь поехать с нами? Sure, I'd try it. Не зря вам это нравится. Ну, лично мне ДНД не очень нравится. Не знаю, может, конечно, если был хороший ведущий. Но мне кажется, это как-то сложно. Сидишь и выдумываешь, что дальше сделать. Is that your shot? Ну, может, в качестве опыта я бы попробовала, короче, но не уверена, что мне это понравится. No one's ever так шибательный киви. Когда с этим избавиться с помощью игры музыкального автомата. What's a jukebox game? It's like a short version of 20 questions. Нужно говорить, когда играет песня, ошибешься, пьешь шот. You have to take the shot. Вот этого киви. Бедный киви. Его никто Ryan не любит. Going to play. Мы с Эйном собирались you играть. Может, заменишь его? Давай. Do играем, чатик. Yes. Игры. So, I'll pick a song. You have 5 yes or no questions. Есть вопросы? Before you да или нет? Guess it. Потом назовешь песню. Okay. Угу. Набухаемся, короче. Got one. Jukebox is all yours. Есть твоя очередь.
So, what do you want to ask me? I should flip through these and see what might be good to ask. Ida, wishes to the wind. Little children, Evik, Nastya, Eric. О, прикольная обложка, смотрите. Я думаю, это была бы очень интересная обложка. Лефакадедикс. Лефунаус. Досиус. Ингр. Как минимум, можно спросить... Во-первых, на обложке есть ли люди или есть ли животные. Здесь как есть слов песня. Больше одного там. Больше двух. Тигр хорош. Вот это забавно еще. Так, вопросы про обложку. Есть животные, есть люди, есть название группы. Еще название группы же бывают на обложке. Название... Группы много где, по-моему. Хотя не, они везде, смотрите. На обложке есть название группы? Is the band name on the cover? Yep. Так, есть название группы. Тут нету. Это нужно узнать. Давайте еще. Есть люди? Are there people on the cover? No. А, людей нет. Смотрите. Yeah, no. Людей нет, но есть название группы. То есть вот это мы все скипаем. Это тоже не подходит. Вот это подходит. Подходит ботинок. Тут люди. Подходит муравьед или кто это? Факаделикс. Она Факаделикс загадала 100%. Джерри Лимон. Блин, про название... Еще про обложку можно про животных спросить, конечно, но не знаю, или про название песни. Название песни, какие... Что-то может быть. Чек рейс. Надо посмотреть... G-Line Transfer. G-Line Transfer Джерри Лимон. Is up and shut up and shut me. Ordinary Judas. Shit gets real. Название песни, мне кажется, сложно. Тут почти не все из кучи слов. Так, вот это ничего не подходит нам. Ordinary Judas. Shit gets real. Is up and shut. Хотя, если количество слов мы спросим. G-Line Transfer. Вопрос про название песни. Знаки препинания 4 или более слов есть ругательство. Вот тут есть ругательство. И в shut up есть ругательство. Blame the monkey brain. Back race. Alabaster Daydreams. Это не подходит? Это уже не подходит. Есть ругательство? So, does the song... Нельзя спросить там три более слова. A curse word? Would that offend you? Answer the question. No curse words in the... А, ругательства нет. You've got короче... two questions left. А вот это считается человеком, ребята, как думаете? Вот череп. Не, вот это нельзя, потому что демо это ругательство. G-Line Transfer подходит, короче.
это не подходит. Ordinary Judas. Блин, у них обоих животные. Череп вряд ли на человеческий череп. Вот это есть люди, как я понимаю. Типа контур людей. Shit gets real. Shit — это тоже ругательство, так что тоже не подходит. Ну, скорее всего, ругательство. Короче, Ordinary Judas подходит. G-Line Transfer подходит. И если череп не считается, то вот это. Blame the Monkey Brain. Blame the Monkey Brain. G-Line Transfer. Ordinary Judas. Черт, сейчас спросить можно. Theodasius. Блин, по одному слову. Лимон, Endurance of Electronics. Название группы. Это можно спросить. Есть символы, есть слово. Блин, ну есть символ, только одно отсеивает. Одно слово. Название группы. Is the band name only one word? It is more than one. Больше. Прочини Теодосиус. Last question. Yeah, all right, I know. Короче. И не вот это. Endurance for electro. Хотя не подходит дем слово. Вик Насти. Блин. Походу это Вик Насти. Больше ничего не подходит вроде бы. Вопрос про название группы. Есть ли символ? Does the band name have a symbol in it? Like something that's not just a letter. Oh. Да, Вик Насти, yeah, короче. Totally does. Походу оно. Nice. That's your five. Ready to guess? Yeah. Let me look through one last time. Here's what I know. The band name does have Symbol? A symbol in it. It's not название band name. Больше одного no слова. Название песни нет. Ругательств. No people on the cover. Нет людей на обложке. Название группы. Все подходит. Think that's enough to figure it out? We'll see. Давайте Enter отгадать. Is it that one? No, it's not. Нет? А что? Sorry. А что? All right. А что? Мы же все остальное откинули. Что я пропустила? It's not as bad as it looks. Ладно. Там он идеально подходил. Может, кроме за исключением людей, не знаю. Череп был. How was it? Ну, череп — это не человек. Отвратно. По лицу. Oh my god. Как корн сироп с кусочками вешей краски. It's like corn syrup mixed with... Черт, paint? Не угадали. Это было очень-очень похоже, я не знаю, я вроде все остальное отринула, там были ругательства, там были люди, были названия. Me too. Не было там названий. Пойду работать. Короче, ты меня обыграла, я пошла, все, okay. Я расстроилась этим. А мы можем вообще посмотреть, интересно, или только... I should see if he needs anything else. That was actually pretty fun. А, пользовать. Есть название, символ какой-то. Надо было еще глянуть, где бывает символ. Kiss up and shut me. Может вот это? Просто мы спросили, есть ли ругательство в песне. Название тут в названии группы, а не в песне. Скорее всего, оно. Хотя, я не знаю, шат разве не ругательство? Kiss up and shut. Ну, наверное, нет. Наверное, вот это было. Все же тогда. Потому что остальное не подходит. Unimpressed. Shit gets real. Мне тут слово shit есть в названии. Как бы
Я подумал, тут ругательство будет защититься, но, видимо, нет. Enter воспроизвести. Я могу воспроизвести? Что-то играет, слушайте. А вот это? Мышкой. Символов нет, где? В смысле нет, тут звездочка есть. Звездочка в названии, вот она. Все, пошли. Так, ладно, что мы там? Чел. Да, я совсем закончила. То я тут... Буду до конца веков сидеть. Care of everything you mentioned. Is there anything else you'd like me to do? Nah, the boys should be back soon. Вот и вернулись. Я не знаю, что из них 16-е. How you feeling? Not great. Я назвала. I got Alex covered. Забыла, какое с черепом, короче, она сказала, что это не оно. Хотя там все подходило абсолютно под описание. Но, видимо, мы что-то еще не узнали. Okay. I think that's enough for today. Я говорю, возможно, это реально Фокаделикс. Ну, там есть ругательство, но оно в названии группы, а не песни. Ой, тебе явно есть куда расти. Ладно, не стоит раненого ждать, ступай наверх. В смысле? За что нас наругали? Мы... Okay. Мы типа что, у той заказ не взяли? Так она сама нам ничего не сказала, что хочет. Сама виновата, Стеф. Что там они там не доделали? Да вы хрен с ними, я так там стояла полчаса, песню угадывала. Красиво. Так, у меня есть часик где-то. Еще поиграть. Красивенько тут. How's your jaw? Ой. Is the pain bad? Look, Gabe, I'm really sorry. Мы там уже виски выпили, а нам еще пивасик предлагают. What? Репетировал. Did you rehearse that move? No. Only in my mind. So, need a manager for your underground cage fighting career? Gabe, I'm really sorry. How many bones have you broken? Like, on other people? Dude, I'm so sorry. I didn't mean to hurt you. Don't apologize. I'm fine. Я в норме, говорит. Now that we're talking about it. Что за хрень это была, сейчас спросит. Guess I never realized. Я могу тебя навалять. That I can kick your ass? Yeah, I guess. No, I never realized what your life was. Понимал, кого у тебя в жизни пришлось. On your own. It was fine. You know, when I pulled you off the Mac. Ты сейчас Mac меня ударил, злился, но потом сдался там, как ты его делал, как будто тебе не впервой.
Then I thought about how you took him apart. Like you've done it before. Ну, это явно не впервые, мы уже там... Я много дралась. Kids in foster care fight. Начала защищаться. I learned how to defend myself. I'd say. Угу. У него Овен на рубашке. Болки. I can tell there's something going on. Что происходит? Я вижу тебя, что-то не дает покоя. Something troubling you. Maybe it's time you open up. I want to talk to Gabe. Что с Гейбом? Так как ему объяснить? Stay right now to explain what happened with Mac. Рассказать о своем прошлом, рассказать ему о своей способности. Есть. Давайте мы расскажем о своей способности, что мы можем. Давайте она как раз поподробнее расскажет про свою суперспособность. Мы лучше поймем, что происходит. There's something. Что происходит? Off about me. I know. Знаешь, что чувствуют другие люди, я вижу их окружающих ауру. I can see these auras around them. And if they feel strongly enough. Если что-то сильнее, они злятся, грустят или боятся, тоже ты чувствуешь. Потом теряют над собой контроль. I feel it too. And then I lose control. And this has happened. Это началось. For a long time. Уже давно. Like Mac. Я чувствовала себя Мака, как свою собственную. All that anger, like it was my own. I think it was pretty clear that Mac was angry. Что Мак злится, было очевидно. It's more than that. Я не только этого, он не просто злился на тебя. He wasn't just на себя, боялся потерять Райли. He's angry at himself. He thinks he's gonna lose Riley. Did Riley tell you that? Да, Райли тебе сказала. No, no one told me that. I just просто почувствовала. Sure, it's not just. Уверен, что ты. No. It's not just in my head, Gabe. Я продумал, Гейб. Дело не в лекарствах, стрессе, травме. It's not серьезно. Meds, or stress, or trauma, or whatever. It's real. Can you tell what I'm feeling right now? Можешь сказать, что сейчас чувствую? Мне же нужно больше. You're feeling like you need a lot more beer. Извиняюсь, но я потестил только способность секс. That's true most of the time. Жесть. Кстати. I don't expect you to believe me. Это реально ощущение, мы все усилило пипец. So you can actually feel what other people are feeling? Yes. You're like going inside their heart. Заглянуть в душу? I guess. Смотри, того. Dude, you have super. Уже суперсила. Это суперпроклятие. Getting beat up and having no friends. Не получить побои, не иметь друзей. That's a super curse, dude. Это суперпроклятие. Okay, okay, maybe superpowers is a bit strong. It's just. I have no idea what. Половина случаев понятия не имею, что происходит. Как от души. Вот учит развивать эмоциональное восприятие, но совсем другой уровень. Emotional intelligence. On another level. You can get in there. That's. Эмоциональный интеллект. That's really special. Special. What's really your take on all this?
Totally. I mean, можно ведь изменить отношение к этому. But it doesn't matter what's going on. I'm here for you. С тобой, не забывай об этом. Don't forget that. Да, ребята, хорошие у вас мысли. Единственное, очень не хочется, когда кто-то чувствует там злость, боль и страх, испытывать что-то подобное. Блин, я не неудивительно, что она хочет, например, общаться с людьми только, которые все-таки позитивные, наверное. Там у нее была какая-то знакомая в депрессии, это было ужасно. Она ее накачала. It was supposed to be a huge surprise. Нашла, ты же должен был сюрприз. Surprise? Нашла гитару. Well? Что скажешь? What do you think? Обалденно. I love it. Thank you so much. Ура, у нас теперь гитара! Welcome home. Oh, hey, dude, what's up? Hey. Новенько. Is Ethan up here? Ethan здесь? No. Нет, он пошел домой. Home? А, ну да, домой, точно. Was, but... Пошел, но я давно не видел. I haven't seen him in a while. Ну да, он же сказал мне с утра, а я тебе сказала, а ты с ним не поговорил, да? Ты же не думаешь, maybe? Что? Скорее всего. Fuck, maybe he did. What is it? I think he went up to the... Там он отправился в горы. Так вот идти за ним сейчас же. Now. Let's go. Кажется, экшен начинается, ребят. Ой. Помните, та завязка давно-давно, что... Он... Мы же сказали брательнику, и вообще ни на что это, блин, не повлияло. Он с ним даже не переговорил, что ли? Бутер вкусный, я слопала. Итан? Итан! Итан. Come on, pick up, pick up. Ну ж давай. Просто он будто вообще об этом забыл. Он вообще ничего не сделал, не вспоминал о нем. И сейчас вот мы вспоминаем, что пацана нет. И он такой, а что, если он туда пошел? Пипец. А если бы они сказали, видимо, она бы начала говорить, что, ой, он мне сказал с утра. Скорее всего, вот это единственное, что повлияло. Она такая, ой, он мне сказал с утра, что собирается в горы. А почему ты раньше не сказала? Ой, ну, он просил держать это в секрете. Кто здесь не был? Нам стоит беспокоиться? Should I be... I don't know. Freaking out right now? In my experience, лучше не стоит, по-моему, путать, к чему хорошему не приводит. Это да, это да. Any luck? In touch base with the safety team. Так, с безопасниками, которые будут в шахте, обещали отложить запланированные взрывы, пока мы его не найдем. At least we're not racing the clock. Хотя бы у нас есть время. Ну, слава богу. Okay. Переговорили. You good? В порядке? Шарлотта, наверное, с ума сходит. Hey, она сильная вся такой была. Пошли, осмотрим. Come on, let's take a look around. Ну просто, не, я не про то, что я понятное дело, что некоторые выборы это больше, как иллюзия выбора. Знаешь, как мы бы уходили от отца, если бы устроили что-то подобное? Hey, we're gonna find him. Мы его найдем. Yeah. Просто про то, скорее, со стороны сюжета, со стороны персонажей. Она ему сказала, что пацан собрался в шахты. Он такой, блин, да, хоть маленький сорванец, типа, собрался в опасность. Пойду осмотрюсь. Знаете, заметь шиттера Итана. И он вообще забывает про это полностью. Я со стороны логичности скорее. Как он планировал проникнуть в шахту? Типа он вообще ничего не предпринял. Вот про что речь. Something tells me those two weren't the best match. Скажи, что эти двое сошлись бы. Реалитер в активном поиске. Это выгожусь, дорогая. Ого, маг. Удачи. Рейли снова в активном поиске. Выясни, где находится Итан. Мораль, с нами, Алекс. Ваша слава, наверное, приехала.
Айфон начнет заразить через 2 часа, что-то звучит не очень хорошо. Логичность в начале стрима игры сказала, что тут в этой части слабовато. О, мы можем бежать! Мы собирались взорвать заряды вечером. Кабу Гейбл с ними связаться. 21.00 перед детонацией прозвучит предупреждающий сигнал. Зомби! How is the rubber zombie the least creepy thing out here? Зомби пугает меня меньше всего. Hey, bro. Эй, бро, нарежем все старый шаг. Ну, лучше, чем ходить пешочком. Молоток. А ты не хочешь взять с собой там что-нибудь полезное, что может пригодиться? Imagine being... Представь, как будет оказаться в ловушке, хотя нет, лучше не надо. Когда все мытанное, тоже подниму за это бокал. Мы поднимаем бокал за Джеда Лукана, который на этом месте вытащил нас из преисподней. Узнать подробнее. What happened here? Здесь произошло? Massive cave-in. Грандиозный обвал, несколько шахтеров оказались в ловушке, чуть не погибли. Джед вывел на поверхность бригаду. Джед led the whole team back to the surface. God. Господи. Yeah, that's the day Foreman Jed. Именно в тот день бригадир Джед стал местным героем, потом Тайфун закрыл эту шахту. Then Typhoon closed up this site. И купил Джеду черный фонарь. Basically bought Jed the Black Lantern. Huh. Вот эта решетка из комикса его. Лорд Люкан. Same logo. Наш логотип. Did Ethan base his comic on this place? Вдохновлялся этим местом. Nothing obvious. Никаких следов. Может лучше. We should... Notice anything? Ничего не замечаете? No shit. Вот это да. I'll be damned. The whole story is about персонаж это напрямик от крепость монстров глубоко под землей. Deep underground. Sounds like the miner me. Он похож на шахту, там нарисовано, куда он пошел. Sure. Комик заканчивается, потому что охотник на монстров забирается на сторожевую башню. И там понимает, куда идти. There. The silo. Хранилище, наверняка это башня. You're a genius. Ты просто гений. Great find, отличная Alex. Находка, Алекс Гейб, давай попробуем открыть ворота. Unlocking that gate? I'm on it. We should also be able to get to it through the process. Вообще можно попасть через корпус переработки, if we can find a way in. Let's take a look then. Okay. Если ты вдохновился этим местом, может, нужно сравнить его рисунки с окружающими предметами? Ну, типа... Ну, посмотреть, говорить... Let me know if you find anything. Yeah? О боже. Is there something behind it? Сравнить. Wait, so... Неужели? Ethan? Ethan, черт. О, oh, man. О, черт. У вас цел 3-4 сантиметра, жесть. Think there's like a... Может, side door нет тут какой-нибудь боковой двери? I don't know. I guess there might be. Give me a hand. Поможешь? Okay. You figured that out from a comic book. Нашла в комиксе. I'm gonna try to get the light. Попробуй включить свет. Ты попытайся понять, куда пошел Итан. Окно внутрь мы вошли. Ух. Первая победа за сегодня. Ethan must have come through here. How did he get out? Поздравляем. Шансы, конечно, невелики. Сравните лестницу. Ну, кажется, мы особо ничего не видим. Или нет, Ethan пошел наверх. Pretty sure Ethan climbed these stairs.
Ой-ой-ой. Выглядит очень опасно. Прям очень. Ай, звук еще громкий, пипец. Знак. We passed caution. Закончили like час назад. Ago. Окно какое-то. The silo. Хранилище, мы уже близко. Так, мы приближаемся к разгадке и где-то к концу эпизода. А, мы тут не можем пройти? Лента конвейер. Напоминает змеиную штуку с комикса Итана. Клауд Серпент. Итан made the jump. Выпрыгнул отсюда на контейнер. Пожалуй, я поищу другой путь. Think I'll find another way through. Может, looks like Ethan climbed the conveyor belt out to the silo. На подъемник. Внимание. Поднимаем ворота. You figured out the door. Ура. Turns out you gotta open it. Who knew? Нужно было открыть, кто бы знал панели пола. Так. Дальше плакат. Wasn't in the comic. Его не было. Коробка для обеда. Maybe it's full of Twinkies. Those never go bad. Так, а мне как мне спуститься? Вопрос я-то не знаю. Это где? Где это было? Панель управления. Где мы что-то открыли? Мертвая ворона. Я не хочу на ворону смотреть. А вот они. So much stuff just бросали все и ушли. This thing has seen. Лука видала лучшие дни. Thanks for nothing. Так тяжело, такая бесполезная. А пролезть не хочешь? Райан. Ryan seems like he knows what he's doing. Ай! Твою мать. He's here. Ой. Так, о, вот уйти. Сейчас дверь еще закроется за нами. What took you so long? Так долго. You never forget how to break. Взламывать замки невозможно разучиться, это как кататься на велосипеде. Where to next, Alex? Alex. Позди спейс. Взаимодействовать, что там было? Ой. Фейнор looks out from the сторожевой башни. Фейнор замечает тайный вход в крепость. Если мы сумеем. We can just. There. Вот куда он направился. That's by the ravine. А мужчине неподалеку. Черт. Let's go. Там уже темно на дворе, он в такую темень куда-то пошел вообще. Какую-то пещеру или что-то. Куда? Сора, спасибо за розу. Куда он направился, блин, вообще какой-то пацан бешеный. We close? Может близко?
Think so. Думаю, да. Ethan! 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 Сейчас явно что-то начнется. О боже, тут обрыв. Он туда по дереву, блин, перешел, серьезно? Ethan! Какого хрена тут вообще лес? Алекс! Алекс, мне страшно. I'm scared! Так не хрен туда забираться было. Ethan, I'm coming for you, buddy. Ethan, я иду, стой, погоди. Hold on. Ethan? Ethan, ты в порядке? You okay? Don't worry, we're gonna get you. Не волнуйся, мы тебя вытащим, главное, держись. Just hang on. О боже мой. Don't. Нет. О, все, я сейчас. So он так боится, если я смогу подобраться ближе. It's not good. Маленький, но большой не лучше. Слишком тяжелые. Кажется, нам надо будет идти, ясно. Идти весь раз. What about me? Alex. Are you sure? Remember how I taught you how to anchor a belay? Помнишь, учил тебя крепить веревку? Awesome. Все, show me. Покажи. Хоть веревку с собой взяли. You okay? В порядке. В порядке. Yeah. Yeah, I'm all right. You sure? It's okay if you're not. No, I'm good. You know, I actually believe you. Знаешь, я даже тебе верю. Alex. Alex. Make eye contact with me. Посмотри на меня. I'm gonna tie this rope. Я вяжу веревку к твоей талии, другой конец привязан к твоему брату. He'll use that stump. Будет использовать этот пень как точку опоры, подавать тебе веревку, понимаешь? Follow? So far. Пока да. Awesome. Отлично, ты молодец. Super good. Remember. Забывай, тише едешь, дальше будешь. Slow, steady. Steady's fast. Piece of cake. Ничего сложного. Piece of cake. Не знаю, надо будет на что-то нажимать. А, идти надо мне. Давай, Итан, я иду. You got this, Alex. Go back. Уходи, ты поранишься, с чего бы. Алло. I'm not going back without you. Ты будешь со мной, пока мы оба не окажемся в безопасности. Сам забрался сюда в темноте, блин, полный. И сидит, блин, боится. Всем близко, еще чуть-чуть. Hey, Ethan? Итан, я тебе помогу. Help, ладно? Okay? No! Ты больной? It's too much. Слишком, надо его как-то успокоить. To chill out. Ethan, I need you to calm down. Итан, дыши глубже. Can you breathe for me? Нужно успокоиться. Не сильно вас сюда приходить, я был так глуп. I was so stupid. Okay, hey. Ты же сосредоточься, говори со мной. Расскажи, как ты сюда попал. You wanna tell me how you got out here? I was trying to cross. Просто перейти на другую сторону, бревно упало. Log fell. That's fine. Сейчас страшно, все хорошо. It's okay. Let's talk about what comes next.
Гейб нас держит. Gabe's got us. Мы не пойдем. Руку конец веревки привязан к нему. Я не могу двигаться, если сдвинусь. You're not gonna fall, buddy. Ты не упадешь. It doesn't matter. Все равно. He's not making any sense. Он меня не слышит, нужно его успокоить. We can't stay here, Ethan. Нельзя оставаться здесь, Итан, нам надо. Он меня заметит. Сдвинусь, оно меня увидит. Что? You don't understand. Не понимаешь. Он прав. I don't. Я не понимаю. I can't help him if I don't understand. Может быть, он боится? Нужно считать, что чувствует он. Да вот и чё. And the only way to understand женщина is to feel what he's feeling. Сейчас свалишься. I can't believe this is happening. I can do this. I can do this. Вот с бревна-то сойди. О, мой Бог. Боже, что происходит? It's like будто вижу мир его глазами. His eyes. Как царапины. Вот так когти. Казалось, я выслеживаю чудовище, но это оно выслеживает меня. I'm not just feeling what не просто чувствую то, что чувствует Итан. Я вижу мир, как видит он. Только всего, ничто меня не спасет. И этого стража не было бы страшно. Я страшно выдумка, это все правда. Okay. Он не боится упасть. Он боится. He's afraid of... Shit. Can't let it see me. Дай ему меня увидеть, дай ему меня увидеть. It can't be real. Это нереально, хотя выглядит очень реально. But it looks pretty fucking real. Эй, тише, тише, я его тоже вижу. I see it too. Чудовище. Мне тоже страшно, как и тебе. I see it too. And I'm just as scared as you are. But Ethan, но мы с безопасности, знаешь почему? You know why? Эта тварь нас не видит. It can't see me. Bangle of vanishing. Бросает исчезновение, придет от стража. I thought that was just. Это казалось просто выдумка. Some stories are true. Иногда выдумки оказываются правдой, чудовище тоже. Давай возьми меня за руку, пока тебя держат в безопасности. Hold my hand, all right? As long as you're touching me, you're safe. Ой-ой-ой. Что-то сейчас будет. Don't look down, okay? Смотри вниз. Ты к концу не спишь, как мы будем в безопасности. Они тут обратно. Держись крепче. Not over yet. Плюс чат, если обосрались. Oh God. Как я. Okay. Встреть вверх. One step at a time. Ух. Это там глаза эти горят. Надо идти. О боже, у меня бы было супер страшно там. Алекс? Там еще и балансировать надо. Really и темно. И непонятно что. There's nothing to be afraid of. Я тебя держу, не бойся. I got you. But what if you минус. А если ты меня отпустишь от дерьма? Один, два, три. О, я прилетела. Прямо надежная. Я один раз прошла по нему, помнишь? Яичко выпало, поздравляем. Боже, да, но страшно, вряд ли. Это нечестно для друга, я должна его успокоить. В общем, я просто представляю, как я бы на том месте была, и у меня бы там все сжалось. Я едва идти могу вообще.
кое-как двигаюсь. Я прям чую, что-то сейчас случится. Что бревно сломается или что упадет что-то. Или мы его отпустим, он такой, о нет, ты меня не держишь, меня видит монстр. Как я в Геншин принести теперь на руках. Да, конечно. На ручках тихо, бережно. Во-во-во. Вон, ну началось, началось. Держись крепче, они уже близко. Мне сейчас фобия начнется чего-то. Камеру не сделали. That's it. А так, иди сюда. Тебя держу. There you go. I got you. Телоображение. Да уж, там просто... Куча эмоций. О, нет. Сирена. Все такие. У нас пацан пропал, пошел в шахты. И они не дождаются от них. Он просто перерезал веревку. Казалось, что я выслеживаю чудовище за шей главу один. Войка Стрэндж Тэпалерс. Пусть. Просто жесть. Начался вот этот камнепад, они взорвали шахту. У него камень просто прилетел, и все. И он полетел куда-то вниз. Просто ужас какой-то. Можем глобальную статистику посмотреть. А, это она есть. Алекс рассказала его о планах Итана. Алекс рассказала Райли правду 65%. Алекс рассказала Гейбу о своей способности 69%. На мосту Алекс обняла 95%. Алекс посоветовала Райли быть честной 67%. Алекс не стал трогать гнома. В смысле, как-то можно было потрогать гнома. Алекс не стал слушать радио. Это скорее я просто не видел, что там можно сделать. Я гнома осмотрела, но не видел, что... Сказала Райну, что Гейб был придурком 44%. Алекс сыграл на воображаемой гитаре с Гейбом. Теперь Алекс нашла доказательство, что Гейб ее разыскивал 93%. Алекс вырезал Шарлотте свой пессимизм по поводу Heaven Springs. В смысле? Я сказала, что звезда падает, потому не по поводу Heaven Springs, а по поводу того, что она вот... Это вообще не было связано. Спросила, какая-то звезда восходящая или падающая. У нас все мысли были вот о том гневе, о том, как мы чела избили. Я ей сказала, что падающая. Алекс поддержала версию Гейба. 50%. Алекс сказал Гейбу, что гитара ей нравится. Жаль, потому что Алекс не работал официанткой. Блин, а большинство просто капец, можно было в кафе поторчать чуть. И я там, наверное, что-то не сделала, может, заказ перепутала. Я победила в игре с музыкальным автоматом. Ну,
это у большинства. После драки Райли порвала отношения с Маком, и Дайки нашел свой любимый виски. Мы у виски бы нашли, а нам поняли, что мы не... Короче, капец, Эв брательнику, ему по башке просто камень прилетел. Громадный. Мы были привязаны, нас начал тянуть вниз, и дружбан просто взял веревку, перерезал, которой мы были связаны. Теперь мальчик гипс ловил. Угу. Вот такой вот эпизод. Итак, как мне первый эпизод? Во-первых, очень красиво. Во-вторых, ну, я в каких-то моментах, может, чуть дольше положено бродить. Но, с другой стороны, это как раз игрушка, где ты должен бродить, все трогать, тыкать. И в этом половина игры вообще, в том, что ходишь взаимодействовать, просто смотришь, какие-то реплики рандомно читаешь. Да, типа, вживание в местную атмосферу. Первую главу мы пришли. Ну, блин. Я до сих пор в шоке. То есть, смотрите. Во-первых, ребята, пишите плюсик в чат. Подождите, давайте так сделаем. Не пишите пока. Вот. Пишите плюсик в чат. Чтобы участвовать в розыгрыше. Вот. А я пока поговорю. Они предупредили... У нас пацан свалил в шахты. К ним никто не пошел помочь. Ни из работающих там. Там шахта закрыта, но все равно. Ни полицейские. Никто. Вообще всем насрать. Никто не пошел помогать искать пацана мелкого. Они пошли в опасный объект сами. Сами в опасный объект. Во-вторых, они никак не удостоверились. Они же знали, что мы туда пошли, никак не удостоверились, что мы оттуда выбрались, что пацан цел-здоров. Просто взяли и взорвали. Вообще, ну, сыграли сирену, они ее за миллисекунду до взрыва, блин, сделали. Кому такая сирена вообще пригодится? Хотя бы 5 минут должно пройти между сиреной и взрывом, чтобы, если ты там находишься, ты мог свалить, блин. Что за бред? Хоть пару минут дайте свои, типа, о чем она предупредит сирена? О том, что вам пиздец? Стрёмная концовка, угу. Вот. Я вот чуть с этого в шоке просто. Вообще, ноль. Я понимаю, если бы не знали, что они там, допустим, но вообще ноль какой-то ответственности. Поэтому я скипнул игру, уровень тупизна слишком зашкаливает. Может, даже что-то лучше будет на первый эпизод, это предел моих сил. Не, ну я пройду эту игру, но мне вот этот момент... Ну, конечно, такое в жизни будет, понимаете? Это человеческая халатность тупо и лень. У них там план, у них там деньги. И они просто это сделали. Такое бывает в жизни. На самом деле, я просто, ну, придираюсь к тому, что это должно, как должно это быть-то. Но, да, но в целом мне игра нравится, атмосфера прям как у Лис классического. Я пройду, так что обязательно. Надо сделать хайлайтик каждого эпизода, каждый эпизодик выложить отдельно на канал и в ютубчик загрузить. В целом бывает тут много, кто тупит по 10, но чуть ли не все. По факту мужик тупит, ну, брат сам наш, если мы ему говорим про план пацана, что он как-то не с ним не поговорил, сестре, точнее, матери его не сказал. Ладно, матери не стал бы он выдавать, но с ним-то он пусть поговорил, сказал, я узнал, слушай, так не делается, там опасно, там будут взрывы, ла-ла, он вообще забыл просто. Ну, собственно, вот сейчас думаю, как Алекс будет с этим жить? Как пацан... Он, по сути, виноват. Ну, не напрямую, но косвенно. А этот, его друг, он своего друга, собственно, он перерезал веревку ножом.
И тоже как бы косвенная виновен, если тот помер. Ну, скорее всего, умер. Вряд ли он бы там выжил в завале. Если выживет, нам покажут, наверное. Интересно, найдут ли его труп? Вот, узнаем в следующем эпизоде. Но мне нравится способность Алекс. Мне нравится, в принципе, героиня. Брата жалко, что сказать. Мужик там, с семьей уже, можно сказать, обзавелся. Тут такая подстава. Он перерезал пуповину смерти. Это новое рождение.